сейчас, мне кажется, музыка все равно тяготеет к эгоизму. Печальные люди становятся, когда начинают все понимать. Если ты можешь найти даже относительное счастье среди экзистенциального ужаса... Как вам дихотомия колбаса-сыр? Если сейчас не эволюционирую, завтра будет поздно. Я, пожалуй, буду ползать. Это было удобно. Мораль всегда обслуживает общество, в котором она существует. Будут демократы, консерваторы и Канье Уэст. Канамся, кто первый? Ну, давай. Первый ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Я первый. Раз, два, три. Я второй. Пацаны канаются, но это не канает. У меня усы боярские, я не говорю каналя. На канале, блять, на первом я поеду с парнями. У меня есть этот гарик, значит мы здесь взрываем. Но no offense, это не про плохие вещи, только про пиздатые. У меня есть два друга, как будто бы два папы, блять. И с такими папами я брос в ЛГБТ семье. Базарю об этом, ведь я люблю своих братесиков. Я, Федя Букер, Федя Букер залетает. Терминальное чтиво, мы начинаем со фристайла. Этот гость пришел такой, предложил показать всем скилл. Говорит, ты пил, я не пил, но уже убил бит. И всех здесь присутствующих еблет. Отвалился в миг, как будто бы мозаика на стене. Как после этого влетать, я не знаю, но попробую. Фристайлить твою мать, с самого утра мы начинаем фристайлить. И мы курим никогда, мы только пьем на стайле. Мы вас всех на путь наставим, мы расскажем, как делать. Это здесь терминальное чтиво и 39,9, как будто, блядь, температура верника. Фристайл и терминальное чтиво по понедельникам. Всем рекомендую, мы как град на холме. Можем смело заявить, хуй войне. Мы рассказываем всем, мы лишаем вас проблем. Я встану так и выпью немножечко, напомнив вам из Рио-де-Жанейро Христа. Вот такой вот фристайл, да. Больше кажется, как будто я на бит надристал. Но при всем при этом, это все был фристайл. Еду на низком, будто еду на пони. Я торчу на фристике, как Джонни Бой на мифе. Дрони нахуй его среди моих пацанов. Никто не любит его, его ебали мы в рот. Но мы уважаем других приличных людей. Оксимирон, респект, Андрей за майни гей. С нами прекрасная гифка и стакан чая. Братан, включай этот бит сначала. Помню, был как-то в Риге. Я пошел, хотел выпить. Захожу, не выгал, выгал. Вижу какое-то там заведение, какая-то кофейня, захожу туда, говорю, налейте поскорее. Они говорят, блять, у нас нихуя нет, у нас только какой-то пусси джуз, у нас ничего не осталось. Я говорю, ну бля, господи Иисусе, что это за заведение? Мне говорят, оно принадлежит одному парню, он когда-то там участвовал на батлах, но сейчас он, блять, держит этот бизнес как папа. Нет, нихуя, уже давно, блять, обанкротилось, уже давно в долговые забрали все кофе. Они делают три в одном из кафе, блять, какое-то там говно. Блять, это дисреспект, Джонни Бой когда-то был просто нехорош. Когда-то он просто делал музыку, которая была похожа на дрочь и не вгоняла в дрожь. Но сейчас он просто какую-то там курит рожь. Ебашим, бля, виски и строго без запивки. Очень вкусно и красиво, я как букер, бля, на гифке. Я выписываю лайк, покажу всем, будто в сласть. Я живу вот так, и при этом я хейчу власть. Как это может быть? Мы новая власть, мы новые медиа. Вот такая напасть. И я тоже могу сказать вам пару мнений про Джонни Боя. Только надо вспомнить, бля, любое из них. Вроде бы были мнения, однако я из другого поколения. Я люблю, бля, Бетховена, я люблю Баха. Кто такой Джонни Бой? Джонни, пошел нахуй, бля. Терминальное чтиво.
Да ладно, что, продолжим. Та-та-та-та. Захожу на третий круг с подругой или соло. У меня есть эта тема, это шишка гидропона. Шучу, 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 это кедровый орех. Я не держу других на трезвом уже 8, блять, лет. Я не пил, никогда бухла, это правда, это факт. Они говорят, что это виски, но ебаный чай там. Мы бутафорский подкаст, но мы ебали всех вас. Как ранняя группа Ленинград, у которой, кстати, в райдере две бутылки водки, залитые водой с акцизными марками. Нахуя тебе это, Сергей Шнуров, братка? Бухай на сцене по-настоящему, иначе все увидят, как у тебя из штанов торчат хрящики. Ты старый, блядь, поссорился с Глебычем, за что ты так с ним? Он же просто вампир, блядь, ебаный. Ты должен быть как ведьмак, но выглядишь как еблан. Столько баксов, блядь, зубах. Ну ладно, это круто. И песню «Вояж» люблю, блядь. Но я думал, что Александр Паль там просто кайфует. Я не считал месседжи клипа, что у него умерла подруга. Они вместе грабили банки. Грабили банки. Я просто думал, нихуя Паль отдыхает с шалавами, курит косяк, блядь. За что убили пацана, он не виноват ни в чем. Александр Паль — новый шоколад. Теперь ведем от него отчет. Хочу кайфовать, как Паль. Хочу кайфовать, как Гриша. Хочу кайфовать, как Саня. Хочу кайфовать без шишек, йоу. У кого-то в райдере водка и акцизные марки. У меня водка и очень много марок, самых разных. Группа Ленинград. Это я слышал 5 минут назад или 15 лет назад. Пиздец, ты старый парень. Пиздец, ты, наверное, не смог бы даже фристайлить здесь на студии. Пришел бы воняющий перегаром бородкой и говорит, что да, я уверенной походкой иду нахуй, потому что я когда-то крут, реально был, но сегодня я скатился, глуп парень стал, когда он стал принимать подачки от власти. Он думал, что все ему будет всласть, но нихуя себе, сладкое выводит к привыканию. Он начинает постоянно подсаживаться на иглу доикания, когда думают о нем на корпоративах выступал. Ему говорили, блять, ну это действительно ты порвал зал, брат, дам грант тебе, потому что ты можешь раскачать, можешь матом зачитать, спеть, народ заценит, поверь, кто-то там и нагет, но ты нет. Кто-то там дал грант, Шмуров поднял нам культуру, как домкрат. Это было клево. Это клево, спасибо, Сережа. Спасибо, что поднял культуру. Мы поднимаем тоже. Культура наша все. Мы любим, бля, культуру. Давай снова позвоним Сереже Шнурову. Благо у нас есть его телефон, но он нам не отвечает. Рифму сами вы придумаете, какая вам пришла в голову. У меня не было никакой, я начал по-новому. Да-да, я слетаю с бита, решил немножечко ломать ритмику. Для пацанов это пустяк, я могу читать строго в слабую долю, а я могу читать и сильную. В общем-то, по-любому я всегда в бит попаду, если я хочу, а я не хочу. Я бы выпил, бля, чуть-чуть. Надо, по факту, братка. Можешь, если хочешь. О, терминальное чтиво. Лучше в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Да-да, могу, что ты хотел сказать? Могу и хочу, и выпью. Вот с сахаром, если что. Да. И с молоком. Это терминальное чтиво. Лучший в мире подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Он с сахаром, если что. И ведут его. Его ведут человек без сахара, но с большим содержанием фристайла в крови, Григорий Мастридер. Уп! И соведущий... Блять, я почему тебя представил просто как соведущий? Ну ничего, нормально. Давайте еще раз. Не-не-не. Давайте. Я переговорю. Я бы оставил. И... А нет, не так. Уп! И замечательный, непревзойденный, легендарный Александр Форсайт. Друзья, сегодня у нас в гостях Федя Букер. Дайте максимум шуму. Say my name. Федя Букер. You goddamn right. Ну все. У нас в гостях Федя Букер, участник объединения Фабума Гэнг, музыкант, стример. Вот, кстати,
Давай сразу начнем. Некоторое время назад ты в интернете высказал довольно радикальное мнение, что на данный момент больше музыкальная деятельность для тебя не является основополагающей. Вот, и мне хотелось бы узнать, ты это как-то, ну уж нам-то, своим кентам можешь сказать, это какой-то маркетинговый ход, или ты реально считаешь, что ты в первую очередь на данный момент стример, а потом уже музыкант? Sunlight ликвидация? Или ты вообще шоумен, типа, который и туда, и сюда, и как пойдет? Смотри, мне кажется, что у любого человека в трудные времена личность разделяется на две, так сказать, ну, не субличности, но два таких важных момента, которые ее формируют. Первый — это вопрос комфорта, какой-то вопрос физического, бренного, тварного, тленного и так далее. Но он не может не присутствовать, потому что тяжелые времена любые вызывают такую, скажем, тряску комфорта. И чем ты ближе к эпицентру их, тем тебе тяжелее. Вот, а с другой стороны, конечно, есть запрос духовный, запрос культурный, запрос вневременной и вечный. И я подумал, что сейчас, с точки зрения вот этих вот интересных моментов, происходящих в жизни, я как стример, ну, я более финансово успешен. Почему-то людям я очень нравлюсь в роли говорящей головы, что на подкастах, что на стримах, почему-то всем это очень нравится. Это приносит деньги, что абсолютно прекрасно и замечательно. Но я себя в первую очередь мыслю как музыканта и хочу музыкантом оставаться. Поэтому я думаю, что мне нужна какая-то глубокая мотивация к тому, чтобы сделать свою работу пиздато. Прям реально пиздато. Потому что как будто бы все релизы, которые я писал, это такой компромисс сам с собой, когда ты понимаешь, что можно сделать лучше, но не доделываешь. А сейчас у меня есть ресурсы, время, возможности, чтобы доделать. Самое смешное, что ты уже что-то в этом духе говорил, когда обосновывал свой переход от рэпа к панку. То есть ты такой, мне вот кажется, что мои релизы до — это какие-то полумеры, я гнался за трендом, а в этот момент мне уже насрать, я хочу делать музыку, которую я слушал и которой я всю жизнь вдохновлялся. И стал делать панк. Сейчас ты говоришь, в том числе, я так понимаю, про свои панк-релизы, что даже они, значит, были каким-то компромиссом, хочешь делать. Это вообще нормальное состояние творца, или ты конкретно отрефлексировал и понял, что сделал не все? Мне просто хотелось бы добавить еще, короче, новую грань, потому что я понял, что то, что лучше всего липнет к панк-музыке по настроению, на самом деле, это старый добрый бумбепчик, так сказать. Старый добрый навальчик и развальчик. И я понял, что поскольку время циклично, да, когда-то казалось, что группа Limp Bizkit, например, или группа Rage Against the Machine, они такие уже, знаешь, не супер свежие, да, и казалось бы, что они отходят в небытие. А сейчас как будто вот эта вот мысль о таком смешении, вообще слово рэп-кор снова не звучит каким-то стыдным прям. Хотя это будет и не рэп-кор, я бы назвал это... Короче, хочется еще навалить рэпака, хочется такую какую-то... дать угарную мультижанровость. Ну, то есть, понимаешь, все равно, когда ты переходишь... Тогда мне казалось, что если я... Блять, ебать долгий разговор, если честно. Это вам интересно вообще это слушать? Да. Не, мы тебя позвали чисто, чтобы ты вот пофристайлил. Позаполнял пространство просто, блять. Не, рассказывай, все серьезно. Меня дрочит постоянно, что такое, блять, чувак, ты все время рассказываешь о себе. Я давно не был просто на подкастах, где я был бы гостем. Вот, поэтому самое время. Выговорится. Самое время, понимаешь? Если ты на своих подкастах, а Федя, кстати, ведет наиболее популярный музыкальный подкаст в стране, обязательно мы ссылочку оставим. Все так. Друзья, VS Rap подкаст. И большой привет, как бы, всей команде. Макс, и салют. Теперь Федя еще ведет свой подкаст, ссылку на который мы оставим, да, тоже в описании. Сольный. Значит, но то есть вот здесь как бы самое место. Вот тут вот максимально рассказывай о себе и вообще даже не думай, нам все интересно. Если нам будет неинтересно, мы тебя плавно перейдем на другую тему. Да, короче, блять, я просто такой, типа, нахуй, меня, ну, если честно говорить, да, как бы без обиняков, ну, кто-то скажет, что, может, это, да, сыро было высказано, и можно было сформировать это более красиво, но я, блять, скажу, как есть. Мне нужен какой-то пинок под зад, заебало, музыка стагнирует. Ну, то есть, понимаешь, там, блядь, есть два хиточка за год. Ебал, дремал, Кадиллак и Хубло, что-то там пукает, ну, какие-то денежки нормально дает. И некуда бежать, ебать. Но у меня в некуда бежать 12 строчек. Считаю, что я написал припев, блядь. Все равно это, ну, маловато для творческой реализации. Я подумал, сука, надо сделать что-то реально пиздатое. Это ты припев разве написал? Да, я написал припев же. А почему все говорят, что некуда бежать, припев, это типа именно муковский припев? Я написал текст. Не, я имею в виду, почему всем... почему некуда бежать, вот этот текст. Почему всем кажется, что это написал Мука? Не знаю, у нас был концерт Серафима, блядь, день рождения. Был, они с Перекнайсом выступали, Серафим выходил на сцену и такой, вот, блядь, мы исполняли «Некуда бежать», и он говорил, чуваки, вы не знаете этого, но вот Федя на самом деле написал припев. Я просто это не озвучивал, потому что мне казалось, что это как-то, ну, блядь, забирать, типа, какое-то творческое внимание со своего товарища, как-то его стягивать. Зачем? Так ты его не стягиваешь, просто на самом деле хорошо, если будет понимание, что в песне... Кто-то писал, это лучше отражает какой-то личностный мир артиста. Посыл и так далее. Песни тоже становится яснее.
Ну, короче, я дохуя написал, на самом деле, припевов, которые не я исполняю. И дальше будет еще дохуя припевов, которые не я исполняю, но я написал, и они мне очень нравятся в устах других людей, поэтому. И я, типа, это не озвучиваю без надобности, но это я же густрачу периодически, и это, мне кажется, такой, типа, этический, знаешь, профессиональная деформация густрайтера, когда лучше никому не говорить, типа, если человек не требует если, на этом сакцентировать внимание. Да. Ну, потому что у нас, видишь, в музыке есть такой... Это и правильно, и неправильно. С одной стороны, если мы посмотрим на западную музыку, на Дрейка, у Дрейка там по 9 густрайтеров может быть на трек, и при этом все все равно воспринимают Дрейка как цельную личность, и все, что он озвучивает, как какую-то одну историю, хотя это постоянно работа огромной команды, или как Канье, который режиссирует свои альбомы, и он прям набирает кучу людей, просто руководит процессами и получает в конце результат. У нас так не принято. У нас все-таки и... Как-то музыка все равно тяготеет к до сих пор индивидуальности, потому что был такой травматичный, мне кажется, опыт 90-х нулевых, когда было много продюсерских проектов, и когда в целом музыка казалась такой либо очень андеграундной, либо совсем уж искусственной, потому что была то, что заработать в ней можно было только с либо с каким-то уникальным, совершенно уникальным талантом, чем-то таким one of a kind. Типа Земфира, вот это все. Да, да, или как Король и Шут. Ну, понимаешь, кто думал, что стрельнет фолк-панк-группа, да, учитывая, что были гораздо более прикольные, содержательные панк-группы именно и моды. Ну, то есть, блядь, я в Америке или в Британии на фолк-панк моды не видел. Понимаешь, у нас Король и Шут — это чуть ли не иллюстрация панка, люди, просто рассказывающие страшные сказки, понимаешь? Причем, ну, с неплохим нарративом и с нормальной лексикой, но все равно, представь себе людей, которые там 3-4 тысячи человек, они качаются под песню «Два вора, еле скрывшись от погони, делить украденное золото решили, на старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле». И люди такие: «Да, ебать, охуенно, странно». Вот. Либо что-то такое, либо ты продюсерский проект, и, сука, делают 10 Юр Шатуновых, да, типа двойников, и запускают, и все. И дальше на культях пизду себе стричь мелочь в метро, как говорится. Я слышал, что даже в Китае есть свой Дима Билан. Блядь, и своя Алла Пугачева. Как его зовут, Дима Билан? Какой-нибудь Во Айни, наверное. Короче, вот. И момент в том, что сейчас очень много артистов могут реализоваться индивидуально. Для этого, вот, пока был ТикТок, для этого вообще ничего не надо было делать. То есть ты записывался дома или у друзей, да, делал 15-секундный пиздатый отрывок, загружал в ТикТок, если он стрелял, дописывал трек, все, бабам, у тебя стопудово уже миллионничек. То есть, в принципе, есть паттерн рабочий, как можно стать популярным без какой-либо протекции сверху. То есть, поэтому сейчас, мне кажется, музыка все равно тяготеет к эгоизму. Да, все равно огромное количество, кстати говоря, сейчас вернемся, продюсируемой музыки, вот там, не знаю, феномен Алекса Атамана и Финика, скажем, или какие-нибудь еще вот эти вот сугубо рэп-продюсерские явления. Ну, смотри, они же не делают дуэты. Хамали и Наваи — это не дуэт. Ну, то есть они существуют, причем, типа, при всем огромном уважении к пацанам, но в первую очередь существуют как дуэт. Да, и по отдельности, когда просто Наваи — это приятно, но уже не так впечатляюще, потому что Хамали и Наваи — как Мияги и Эншпиль. Как пальцы двупалой руки. Все, да, ждут совместных работ. Сейчас время дуэтов, но в этом дуэте каждый репрезентован отдельно. То есть вот посмотрите даже на западную индустрию, сколько там сейчас популярных рэп-групп. Каждая рэп-группа — это событие. Брокхэмптон — это событие. Там Migos. Old Future Wolfgang Kill Them All — это событие. Yes. Migos — это событие. То есть их не так много, понимаете? И каждый раз, когда люди объединяются в группу, это прям такое что-то впечатляющее. Потому что сложно представить, как много популярных людей работают сообща. Мне кажется, время этого немножко прошло. Потому что, ну, нет надобности. Раньше-то нужны были музыканты, там какое-то коллективное творчество. Но это все равно очень интересно, когда на стыке что-то возникает. Но вернемся к тебе. Ты к чему начал рассказывать вот эту историю про изменение расстановки сил на музыкальной арене? Как это относится к твоим музыкальным планам? Да просто так рассказал. Не, история очень крутая. Ну, то есть, да, с учетом этого, как, есть ли у тебя какая-то там стратегия, да, как короче, хакнуть систему? Да, это? Короче, это все мысль к тому, что просто надо сделать пиздатую музыку. И для этого, чтобы сделать пиздатую музыку, нужно поставить себе прям какую-то категоричную цель. Я верю, что мой следующий релиз будет популярнее, чем предыдущий, потому что это залог развития, да, это залог, ну, наблюдения роста. Если ты не развиваешься, зачем тебе этим заниматься вообще? То есть, если, понимаешь, если ты 5 лет сдаешь экзамен и получаешь те же самые 3 балла, ну, блядь,
типа, это как постоянно... Зачем? Не хочется никому оставаться на второй год. Ведь помните, в школе ничего не было страшного от того, чтобы остаться на второй год. Но при этом второгодник — это был, ну, ебический ярлык. Человек, да, прям он всегда был больше, он всегда был какой-то нескладный, кривой. И казалось, что у него еще задержка в развитии. Осуждаю, не одобряю. Вот, и не хочется быть таким второгодником для себя. Хочется видеть развитие. Поэтому я просто, я уверен, что мой альбом будет иметь развитие и будет драйвером развития моей музыкальной карьеры, но... Если он не будет драйвером, я больше не буду заниматься музыкой, но он будет абсолютно точно. Это знаешь, типа как... Короче, нехуй бояться. Все так переживают по этому поводу, типа, нет, не переставай, мы так тебя любим, ебать. А как ты оценишь, стал ли он драйвером или нет? Какие критерии он KPI. Должен выполнить, да, чтобы ты такой, я продолжаю, кажется, это все еще работает. А, когда я пойму, что люди увидели во мне еще что-то новое, еще какую-то грань. Это как будто расплывчато, как mm-hmm. это определить? Смотри, есть, то есть это в своем роде экспериментальный альбом, да, где я пытаюсь сформировать полностью собственный звук, скажем так. Ебать, я 8 альбомов уже формирую собственный звук, и каждый раз анонсирую, что сейчас мы... И на самом деле это всегда интересно. И вот я нашел новый звучок, я бы назвал его электропанк. Это не такая новая идея, но смотри, вообще, но суть нового альбома лежит на двух китах. Это электропанк. Это вот такой сформированный музыкальный жанр в духе песни «Кадиллак и Хубло» или, например, моя песня «Временные трудности». То есть так. Это читочка нормальная такая, разъебная, потому что песни-кричалки в духе маргинального чтива мне отлично удаются. Вот. Плюс такая нагружающая гитара, качающая ударочка а-ля бумбэп, но в припеве разгон с синтами. И при этом эти синтезаторы, они такие индастриал, то есть это не синт-панк, где, ну, ты понимаешь, как звучит синт-панк, например, «Пошлая Молли», какие там такие вот эти вот кислотные синты, знаешь, раскачивающие дискотечные. А здесь они именно хочется сделать, надавить на индустриальную педаль, хочется заменить там, я не знаю, снейр на звук бочки, например, какой-то прям, знаешь, такой, который бьет бейсбольный бит. И хочется добавить вот этих вот синтов, похожих много, на сирены. Много с таким, кстати говоря, играют ребята из 2517. Вот. Они добавляют какой-то звук удара по ржавому металлу, знаешь, как это... Мне очень нравится проект «Лед 9» в этом плане. Я считаю, что это один из лучших сайт-проектов, которые я видел вообще, ебать, они хороши. Но хочется все равно сделать что-то более... То есть не переводить это в сайт, а именно сделать это как бы основной конвой звучания. Короче. Не, ну ты согласен, они с такими вещами тоже заигрывают. Да, то есть ты просто берешь и ударку делаешь из какого-то очень странного приглушенного звука колокола, например, и при этом из этого формируется ритм как... Да, ну, собственно, 2517. Там. Ну да, например. Да не, группа 2517, я, кстати, с большой теплотой отношусь, поэтому как бы я считаю, что у них учиться не грех. Например, я считаю, что кроме шуток научиться подаче бледного из 2517, чуваки, это очень непросто. Поверьте мне нахуй. То есть немногие могут так подавать. Ты думаешь, что человек просто отстраненно читает, не выговаривая буквы «Р», но при этом подать это так убедительно. Вот получается только у Александра Форсайта. Можно, пожалуйста, продемонстрировать? Дайте мне второй. Русский подорожник. Вот это вот? Да, ну понимаешь, нужен вот еще это? Бит, конечно. Внимание, вопрос. Как я живой остался? Вот, понимаешь, что ты, это ты, не ты, так ты, просто, ты. Это далеко-далеко не так а просто. А в том кафе за универом после занятий. Короче, к чему я все это? Строится, блядь, на двух китах альбом «Злачное место». С одной стороны, на трех. Это отсылки на... «Злачное место» — это название для себя. Да, это отсылки... Это отсылки религиозные, отсылки к Христу, их стало особенно много. Это влияние Андрея Пирокинезиса, который, типа, шизанул нормально конкретно, и меня тоже прихватил. То есть Христос как бы проник в мой нарратив внезапно, и я понял, что осмыслять Бога, это такое, блядь, очень вневременное занятие, всегда Федя можно... Федя русский Канье Уэст. А вот осмыслить Христа, но с точки зрения времени, в котором мы живем, и каким был бы Христос, какие бы он переживал муки и перипетии, страдания, дание христианские он бы переживал сейчас, в нынешней конве, мне кажется, вот, во-первых, это и в целом интеграция Христа в современный контекст и даже в современный дискурс. Вот. Ты хочешь разглядеть, ну, создать сначала силами своего воображения и творчества некий образ, а потом разглядеть, каким был бы вот этот вот ультраактуальный современный страстотерпец, типа того? Я думаю, что я здесь в целом работаю с архетипами. То есть главный герой альбома — это, в принципе, город, в котором он написан, по большому счету. Это Санкт-Петербург. Я решил, что, блядь, рефлексии было слишком дохуя, и можно превратиться в я-я-я-я-я. Поэтому здесь очень многое написано именно с такой рефлексией, пропущенной через сито города. То есть в первом...
это такой стереотипный город, да, который, вот знаешь, там, ну, Санкт-Петербург довольно стереотипный город, на самом деле, мне кажется, довольно укоренившийся в культуре тип дождливого, вот этого творческого, блядь, уебищного с точки зрения... урбанизма, но при этом прекрасного с точки зрения архитектуры, в котором не убираются... Ну, это вот, блядь, короче, это такой очень понятный. Получается. Получается, да. Мы сейчас будем иметь фирменный звук Феди Букера. Новый. Вместе с капелькой шизе Андрея Пирокинезиса и вместе с долей страсти Александра Розенбаума, да? Вот, вот такое будет. Да, короче, ну, блядь, хуй знает. Я просто какую-то искренность вышел и решил, я нахуярю вообще, что хочу. То есть, понимаешь, раньше мне казалось, что чем больше ты финансово независимым становишься от музыки, тем меньше тебе кажется, что ты несешь какую-то глубокую ответственность за свое творчество. То есть, раньше мне казалось, что сделать песню с припевом «Писечка... брошенка, у тебя там волосы взъерошенные». Вот такой, знаешь, типа сосочка, тяночка. Я думал, ну это всрато, это нельзя делать. А теперь я прихожу и такой, а мы это сделаем. И мы еще вставим туда на проигрыш трубы. Представь себе, это будет песня в стиле Jersey Club. Jersey Club — это вот новый такой, то, что пришло на смену Детройту в русском рэпе. Суть его в том, что там просто вот такая ударка, инструментал с ударкой. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Типа, вот, типа как у Лил Джона Шац. Да-да-да, типа, только она не кончается, она весь трек. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, и представь себе, значит, рок хуярит, вот такая ударка и трубы. Такие, я говорил, мы с ним, с Саньком, я говорю, сделай как в ранней группе «Ленинград». Вот это вот прям, ну... Короче, снова мы их вспомнили. В общем, я решил, что, блядь, я буду делать то, что хочу. Если люди меня примут, значит, имеет смысл дальше этим заниматься. Если нет, то... Ну, короче, я на самом деле просто пытался предвосхитить свою послеальбомную депрессию. Всегда бывает, когда ты делаешь большой проект, потом находишься в каком-то поиске, потерянный, не знаешь, что делать дальше. Я хочу раньше это просто запустить, чтобы у меня уже был ответ к концу альбома, не приходилось тратить время. А то я 2 года нихуя не выпускал вообще-то, старый. Я готовил, подогревал почту, люди изголодались, понимаешь, по хуете, по настоящей вообще шизушке. Ну, ёпта, а что слушать-то? А это ты, вот ты когда скидывал, я ехал в Мерсин на шахматный турнир и слушал в тачке треки, ты мне скинул там треков 8, что ли, это было как раз из вот нового? Некоторые, да, были с альбома. Ну, мне очень понравилось, на самом деле, мне кажется, вам тоже, друзья, стоит заценить новый звук Феди Букера, мы обязательно дадим ссылку, как только альбом выйдет, на него здесь в описании подкаста, если будете смотреть чуть позже, а если он пока не вышел, подписывайтесь на Федора. Федя, ты знаешь компанию Guardium? Конечно, знаю, старик. Потому что я тебе рассказывал, естественно. А, давайте несколько вопросов, друзья, я вам обоим задам. Вот как вы думаете, сколько заявок на регистрацию товарных знаков подают ежегодно в Роспатент? Более 100 тысяч. Слушай, я думаю, что 500. Более 100 тысяч заявок. Федор как будто бы изучал этот вопрос раньше. Ежегодно подают в Роспатент. И... в скольких процентах случаев сразу говорят, да, братан, красавчик, ты подал заявку на патент. Пожалуй, Александр Вэнг, вот вам ваш Александр Вэнг, товарный знак, да, там. Трейдмарк. Сколько? Тут я первый отвечу. Давай. Менее 500. Процентов? Менее 500 случаев из этих более 100 тысяч сразу говорят, базару нет. Так, ваша версия. Менее 20%, я думаю. 20%? Блин, откуда он это знал? Он как будто у него шпоры какие-то были. Братан, так. Почему ты думаешь, что я не знаю все о компании Guardium? О компании, которая так замечательно помогает людям регистрировать их товарные знаки, получать патенты. То есть, как найти одобрение в мире? Вопрос философский. Но как найти одобрение в сфере патентов и товарных знаков? Это, естественно, работать с компанией Guardium. Ты можешь спросить у любого человека на улице эти вопросы. Практически все здесь особенно, в Стамбуле, в огромном мегаполисе, городе просвещенных людей, все тебе ответят. Даже турок, который не знает английского и русского, скажет... Guardium. Давайте выпьем. А сто пудов у меня тогда есть определенные проблемы, что я так плохо ориентируюсь в этой сфере, правильно, Федь? Я думаю, что есть многие проблемы. У тебя нет собственного товарного знака. Эта проблема существовала раньше, но теперь, друзья, расскажу вам. Каждый год более 100 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков поступает в Роспатент. В 30% случаев ведомство присылает отказ. Но. А в 50% обязательно задает дополнительные вопросы. Уточните, ваш товарный знак до степени смешения похож на существующий другой товарный знак. Хули тут так вот мало документов подтверждающих, да? И вы, ну, если вы неопытный человек в этих делах, а я сам, несмотря на то, что юрист там, с большим стажем, я довольно далек от права, регулирующего интеллектуальную собственность. Это огромная
суперинтересная сфера, но супер злоебучая, если вы что-то так не так сделаете. Ребята из Гардиума 18 лет уже работают над тем, чтобы регистрировать эти товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности. И они, знаете, сколько они зарегистрировали? Сколько? 18 тысяч объектов интеллектуальной собственности для группы компаний Peak, UAS, Knauf, Ozon, X5 Retail Group. Они работают, короче, реально с крупными чуваками. И мы познакомились с ними. Это абсолютно дружеская интеграция, скажем так. Мы познакомились с ними. Я говорю, чуваки, блин, я думал тоже, вот и мы с Александром Форсайтом обсуждали, что, ну, надо как-то уже легализоваться, как говорится. Надо, как будто я с Солом Гудманом пообщался. Надо легализоваться, надо, чтобы терминальное чтиво и книжный чел и прочие наши фирменные наименования. Потому что кто не легализовался, тот... Прилег в тишине на Хованском. Так сказать. Друзья, друзья, поэтому я искренне рекомендую, ребята, они сделали нам все красиво, сделали четко, у нас теперь есть терминальное чтиво, все это зарегистрировано. Между прочим, на секундочку. Хотели украсть, а нетушки. Объект интеллектуальной собственности, так же, как и книжный чел. Спасибо ребятам из Гардиума, я их рекомендую. Искренне, по крайней мере, в нашем случае все было замечательно и бесшовно. А чтобы у вас было тоже все замечательно и бесшовно, мы даем вам промокод на 10% скидку на услуги по регистрации товарного знака, получению патента или разработке и регистрации договора. По промокоду MASTREADER следуйте по ссылочке в описании, друзья, и присоединяйтесь к клиентам Гардиум, так же, как мы и многие другие замечательные люди. Гардиум, респект. А расскажи про это ощущение, вот ты выпускаешь альбом, я правильно понимаю, что это как у человека, который, типа, хотел стать президентом, годами шел к этому, преодолевал всякий гэнгста-щит и грезофарс, и в итоге все, он победил, он стоит в овальном кабинете, значит, казалось бы, что он должен ликовать, но у него начинается депрессия. Может вспомнить, как зовут его сына, да, вот это. Вот, то есть, когда ты заканчиваешь альбом и выпускаешь его в свет, такое ощущение? Блять, можно я приведу, короче, более, наверное, более грязную какую-то аналогию, да, но такую, давай, гораздо более понятную, я считаю, потому что ты... все-таки альбом — это такая штука, мне кажется, написание альбома очень физиологично. Ты как будто из себя что-то достаешь. Давишь из себя пожилую пасту. Ну... Например, но я считаю, что вот это чувство после альбома похоже, знаешь, на есть такое выражение post nut clarity. Mm-hmm. Знаешь, после что это? Того, как оргазм у мужчины произошел, есть определенная ясность, несколько минут, ну, расскажи. Да-да-да, вот это чувство, когда после того, как ты кончил, ты сидишь и такой, то есть, ну... все осознал. Да, все осознал, и ты чувствуешь себя максимально спокойным, но при этом немного отрешенным и потерянным. То есть ты такой, вроде все на своих местах, но... Какого хуй для этого вообще возникло какое-то английское выражение современное? Можно русское тогда? Если это одна из самых древних на данный момент известных поговорок. Какая? В переводе на русский звучит как «после соития всякая тварь печальна». Это, в смысле, это античная философия. Алло — это база, это первый курс. Тут не только про печаль, тут про вот как раз ясность, но суть, да. Как сказал Басай, добрая грусть, короче. А почему люди печальные? Печальные люди становятся, когда начинают все понимать. Пока люди нихуя не понимают, они обычно очень веселые. Как только ты начинаешь что-то про что-то понимать, ты становишься чуть-чуть печальнее. Вот, поэтому... Потому что многое знание, многое печаль. И понимаешь, типа, поэтому ты как раз в этот момент и осознаешь, что ты понимаешь, что такое на самом деле твое творчество. То есть ты же приходишь в день релиза с ожиданиями, да? И на следующий день получаешь уже результат. И чем больше дней проходит, тем больше этот результат укореняется. И даже если он тебя сильно радует, да, то есть, например, я не знаю... Когда вышел «Некуда бежать» с синглом, я реально охуел. Я думаю, ебать, прослушивание насыпало. И когда первые деньги пришли, было очень приятно. И все, когда начали говорить, ну, у тебя же есть хит, вот «Некуда бежать», я думаю, ебать. И я до этого дожил. Но для понимания слушателей и зрителей, там миллионы или десятки миллионов прослушиваний. Что десятки миллионов? Десятки миллионов прослушиваний у трека, который, собственно, сделал Федя с ребятами, в котором он написал главную его часть, припев. Да. Вот. И, короче, при этом приятно, но в любом случае это притупляется, и рано или поздно ты оказываешься в ситуации, когда ты такой, а смогу ли я... Вот знаете, как ты кончил с женщиной, потом думаешь, смогу ли я еще раз? А надо ли мне вообще? Почему я здесь нахожусь? Типа, может, мне нужно быть в другом месте? Мне бы хотелось помолчать. Мне бы хотелось
ничего, мне хотелось бы пропасть. И потом, то есть ты осушаешь свой сосуд творческий полностью, потом из ожиданий и результатов ты строишь новый сосуд и заново наполняешь его, несешь туда всякий жизненный опыт, впечатления, тащишь, складываешь, опять эту кашу какую-то завариваешь. Рано или поздно эта каша снова заваривается. Да, то да, есть да. Это бесконечный цикл. Да, но мне кажется, с возрастом становится дольше, надо долго ждать, потому что реально, вот мы с Лехой Никоновым об этом разговаривали, он говорит, что типа... с возрастом становится труднее, гораздо труднее. Ну, то есть я вот этого боюсь, на самом деле. У меня есть друзья уже, артисты, которые боятся, что слова кончатся. То есть они реально такие, чувак, это, ну, слова не бесконечные, поверь мне, типа. А я, у меня с этим никогда не было проблем. Вот вы как думаете, слова могут кончиться? Да. Мне кажется, новые появляются постоянно, поэтому не могут. Не, я имею в виду, типа, внутри тебя слова могут кончиться. Не, так они же появляются в языке, появляются новые феномены, новые какие-то явления, которые можно воспевать, никогда ничего не нужно кончиться. Но так ли быстро? То есть так ли быстро вырастает лес, как его срубают. Да, намного быстрее. Мы идем вообще к сингулярности. Уверен, что нет. Да при чем тут это же? Это же не слова, не словарный запас человечества, а те, которые характеризуют именно твой стиль творчества. Нет, я про явление мира. Ты можешь в своем стиле, развивая его и, понятно, там дальше занимаясь его эволюцией, но рассказывать про самые разные вещи, потому что меняется очень сильно мир. Да и дело не в самых разных вещах. Ты начинаешь чувствовать некоторую вторичность своего текста по отношению к своим предыдущим текстам. И это неизбежно. Если ты почитаешь практически любого писателя, который выдает по книжке в год, в два, это дико заметно. Я здесь согласен. Типа Пелевина и так далее. Но это не факт, что это нужно воспринимать как что-то негативное. Можно потихоньку видоизменять, подкручивать какие-то определенные винтики в своем стиле, его оттачивать, шлифовать, доводить его до идеальной версии вот этого стиля, речь например. Только про то, что есть такая проблема. Но проблема, пожалуй, есть. Ну, во-первых, выход очевиден, он весьма существует, и я считаю, что вот как раз занятие стримингом, да, кто-то может скажет, что реакции на Твиче — это не очень творческое занятие. Безусловно, хотя оно охуенно творческое. Ты но... имеешь в виду сейчас стриминг не то, что стриминг песен, а именно стримерство. Да. Стрим, мое как бы стрим-занятие. Или кручение казино, или мой стрим «Считаю деньги», где мне подарили огромное количество фальшивых бумажных денег, и я их считаю. Или люди это смотрят. Стрим «Гуляю один по Петербургу», или мы устроили стрим-концерт на улице с уличными музыкантами, всякая такая прочая хуйня. Кто-то скажет, что это не очень творческое занятие, но это как это какое-нибудь занятие с мелкой моторикой, которое призвано бороться с деменцией. Например, я не уверен, что именно мелкая моторика борется. Ну, короче, когда, знаете, старики делают какую-нибудь хуйню, и им от этого у них продлевается жизнь радикально, потому что мозг работает. Тут над другой задачей, хотя и смежной. Вот здесь то же самое. Это очень сильно ставит на место мозги и отстрачивает вот эту вот творческую импотенцию. Потому что как только у тебя закончились слова, лучшее, что ты можешь сделать, это перейти в другой жанр. Потому что когда у тебя закончились слова, у тебя должны накопиться средства. Понимаете? Например, если бы Пелевин в сотрудничестве с кем-то поставил бы мюзикл, ебать, это бы освежило его творчество. Реально. Да, любую театральную постановку, сделал бы сценарий для фильма. Представьте себе. Снял бы ТикТок. Да, реально, просто мог бы написать сценарий. Да, не фильм по Пелевину, а фильм от Пелевина, как КС от Путина. Всегда же привлекательно. Вот, я к тому, что вот это способ переориентироваться. Леха Никонов начал писать прозу, и ебать, она... Книжный чел с Лехой Никоновым, посмотрите на Глава первая, порошок. Да, мощная вот, книга. Я к тому, что, короче, надо расслаблять мозги. Сегодня постримил, завтра поподкастил, да? Причем у вас подкасты забирают силы? Мне дают. Вот это странно. Когда? Смотря какой. Если это подкаст с Валентином Преображенским, забирают силы. Если подкаст вот типа этого дают. Абсолютно согласен. Но это странная хуйня, блядь. Ты же... То есть это твоя работа. Я по факту сейчас на работе. Я приехал, я в Стамбуле три дня... Мы профессионалы. Три дня правда. Кайфовал, кушал вкусненько, спал хорошо, не пил ни капли алкоголя, кофеечек, тут всю хуйню, вот этот турецкий чай. Кайфовал, но я здесь на работе. Мы сейчас с вами на работе. Представьте себе, это работа. Чуваки, мы на работе. То есть, понимаешь, тебе сейчас звонит-то такой, я занят, я на работе. И люди представляют себе, что ты там, ну, какой-то действительно... Считаешь деньги. Мощную, да, осуществляешь, а ты сидишь вот здесь вот. Фристайлишь. Ну, так это прекрасно, поэтому работу надо выбирать себе такую, чтобы именно такие ощущения на ней испытывать. Федя, перед подкастом ты сказал нам, что у тебя есть туз в рукаве, но у тебя нет рукавов. Хорошо. Достаточно неплохой заход. Я его запомню. Остроумно. Что за история?
А, да нет, я хотел с фристайла начать, это был мой туз в рукаве. Просто я подсунул его в колоду, понимаешь, очень незаметно. Ты даже не понял, что это был туз. Вот ты думал, это шестерка... Это был Джокер, шестерка треф. Хорошо. Сегодня это туз. Да. Тогда такой вопрос. Смотри, мы поговорили там чуть-чуть про... Уже начали говорить про стриминг, но еще давеча у нас была тут тусовка, и собралась могучая кучка вот всех наших стамбульских корешей. И ты там говорил про превращение своей жизни в контент. Мне бы очень хотелось поговорить про это, потому что мне кажется... Я про это говорил? Ты говорил. Удивительно. Это было уже на квартире, да? Это было, по-моему, уже в отеле, когда мы сидели. А в каком контексте было превращение жизни в контент? Про то, что вот у Феди сейчас запускается его подкаст, и к моменту выхода нашего уже, скорее всего, выйдет выпуск первый подкаста Феди в мире людей, гостями которого являемся мы с Александром Форсайтом, так что обязательно перейдите, подпишитесь. Контентом которого, друзья, и Федя мне затирал на днях, что... Братан, нужно превращать свою жизнь в контент. А это идея, с которой я давно рос, был воспитан практически. Я вспомнил, нет, ты все переврал, блядь. Нет, ну давай я расскажу, как я понял, а ты меня вот поправишь. Мне кажется, возникнет интересное сочетание. Мне кажется, что очень круто превращать свою... Знаешь, такой вот человек Гэри Ви. Гэри Вайнерчак, очень популярный. Я знаю Мари Гу только. Бизнес. Ну, короче, Жак Фреско от мира бизнеса. Давай такое вот сравнение тебе приведу. Лысый, старый. Нет, но он живой. Герой мемов. Но он живой, он крипто очень известный чел. Мы с ним на одной конференции в Дубае, кстати, будем выступать в следующем году. Криптоизвестный чел, это когда ты известный, но твоя известность зашифрована и не особо кто. У него миллионы подписчиков, он супер крутой гуру вообще маркетинга, там, диджитал, всех сфер. Слушай, это как Жак Фреско, реально, он же тоже условно известный. То есть все его знают за то, что он Жак Фреско, но при этом его идеи все ебучие какие-то, ни одна не стрельнула. У Гарри действительно очень многие идеи, которые он проповедует, он сам их воплощает и приходит к отличным результатам. Друзья, есть ли фанаты Жака Фреско? Напишите в комментарии, да, за Жака... Кто круче, Жак Фреско или Гэри Ви? Посмотрим, сколько нас. Фанаты Жака Фреско, ты представляешь, люди, которые реально сидят и такие, блядь, проект Венера, это реально. Нет, это люди, которые ходят с этими книжками загадок, да, и загадывают своим друзьям, но в конец нельзя заглядывать, потому что там отгадки Жака Фреско. Неплохо. Это Жак Фреско... Одну секунду. Это Жак Фреско говорил, что он позволил бы мужику ударить свою жену, потому что не хотел бы умереть в драке, или не он. По-моему, это Жак Фреско говорил. Там такая телега была в духе. Давайте, напишите в комментарии, если знаете, была ли такая цитата Жака Фреско или нет. В общем, я думаю, что точно была. В общем, Гэри Ви говорил про пирамиду контента. Гэри Ви — это криптоизвестный чувак. Это известный предприниматель, человек, который является гуру в сфере маркетинга, в сфере соцсетей. У него десятки миллионов подписчиков на разных платформах. Он невероятный визионер, который новые тренды разглядывает моментально. Его большая часть контента... Это визионер. Это просто... Ну, это Гэри Вайнерчак, он из какой-то постсоветской страны, там уехал в Америку, там, когда еще был маленький, поставил себе цель, я хочу купить там баскетбольный или там футбольный какой-то американский клуб, там, Celtics, там, что-то там, купил? Который стоит около миллиарда долларов. И он уже, ну, скоро купит, судя по всему. Он реально достигает ебейших результатов. Вайнерчак. А, то есть он Вайнер. Гэри Ви. Он, я думал, Вайны тоже делал. Он реально залетает во все соцсети первым. И там его видосы, как он затирает там, или он может звонить своим подписчикам и проводить им коучинг-сессию там на минуту, почему они там долбоебы, например. И все на самом деле по фактам. Все по полочкам. Все по полочкам раскладывает. Очень талантливый чувак. К Ларри Кингу приходил на интервью и разъебал Ларри Кинга. Это, ну, как бы не каждый может. Вот. И сидит Ларри Кинг, дед его любой отпиздить может. Еще там много лет назад. Но было такое. Ну, Ларри такой, типа, ну что там в ваших соцсетях, там спиннеры, там это вот, ну, примерно он так такой, было. Они утонули. Классика интервью с Ларри Кингом. Короче, очень длинная преамбула, друзья. Но Гэри Ви говорил о пирамиде контента, когда, и мне нравится этот подход, я хочу так тоже сделать со временем. Когда практически вся твоя жизнь, понятно, должна быть privacy, должно быть место для чего-то личного, там твоя, там, условно говоря, личная жизнь, там уют, дом, но ты постоянно живешь, ты живешь очень интересной жизнью. Вот я про тебя, Федор, сейчас конкретно, хотя это относится к каждому из нас. Вот ты живешь очень интересной жизнью, у тебя постоянно какие-то движухи, какие-то концерты, какие-то подкасты, встречи с интересными людьми. Вы встречаетесь там в ресторане любимого Ататюрка в центре Стамбула, там говорите длинные протяжные тосты и зажигаете сердца друг друга какими-то
инсайтами и классным вайбом. Это все можно превратить в контент. Если ты постоянно будешь, там, условно говоря, за тобой будет человек ходить, который будет снимать любую хуйню, как ты делаешь, выступаешь и говоришь. Потом команда это монтирует, выкладывается короткие видосы в TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Потом на них же еще субтитры китайские накладываются в китайский TikTok Douyin и там в британский TikTok, в американский TikTok под другой симкой с другим аккаунтом тоже, там, с озвучкой или с чем-то там еще. Дальше длинные версии там в YouTube, аудиоподкасты там просто в подкастинговые платформы и так далее. И ты генерируешь огромное количество контента, как пирамида. Есть там вершина, есть основания, вот разные эти форматы. И, ну, у тебя действительно ты мультиплатформенный человек, кроссплатформенный человек, тиктокер, стример, телеграм-блогер сейчас еще, кружочки записываешь и так далее. И старый, да, вижу, не будем врать, я вижу, просто стараюсь не перестать быть интересным, блядь, не превратиться в человека, который такой, блядь. Когда-то ты был эксклюзивным релизом на Ютубе, да, потом ты стал кроссплатформенным уже, даже добавились версии на Твиче, в ТикТоке. На PS5, да, вот. Да, 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 и да. Вот теперь подкаст, и ты сказал мне, что я хочу превратить этот подкаст, это будет Гонза, это превращение моих каких-то моментов моей жизни в контент, вот расскажи про это. Вот вообрази все, вот что ты последние минут 5 слышал, это все вот так тебя понял Гриша. А теперь поправь его, если считаешь, что... Да, я тебе рассказывал про абсолютно конкретную вещь, я говорю, что тебе нужно раньше начать снимать китайские тиктоки, чтобы китайцы видели, как у тебя прогрессирует язык, и им будет дополнительно за этим следить. Я имею в виду в этом плане превращать жизнь в контент. Потому что глобально, сука, если за тобой ходит вообще человек любой, постоянно, это, если честно, очень странный экспириенс. Я не могу сказать, что я бы хотел его переживать. Я все время вижу артистов на подкастах, и часто, очень часто, с ними постоянно ходят их менеджеры. И это, типа, снимают сторис. Да, типа. Нет, пацаны, со всем уважением, но я бы так не хотел. Мне нравится ходить одному. Ну, потому что, блядь, представь себе, ты просыпаешься, и с тобой рядом сидит человек. Он такой, типа, знаешь... Он приходит, когда ты его зовешь, он не сидит. Ну, здорово, но все равно он постоянно рядом с тобой находится. Он постоянно... Ну, представь себе, если вот мы бы сейчас сидели, и здесь бы стоял мой менеджер и наблюдал бы за содержанием подкаста. А такое бывает, кстати. Да, бывает разное. Я никого не осуждаю, типа, абсолютно. То есть я понимаю, что кому как удобнее существовать, но мне хочется одиночества. Я хочу делиться с людьми тем, чем я готов с ними поделиться. Потому что есть, например, части моей жизни, которыми я бы не хотел делиться. Например, мои какие-то... Хотя я стараюсь больше сейчас делиться с людьми. То есть я стараюсь вот в новом альбоме... Это эволюционирует со временем. В новом альбоме просто повышается, как бы раскрывается, да, очко Овертона. Я... Блядь. Ужасно. И я просто, ну, более искренне говорю о себе. За более, очко Овертона. Да, более искренне чтобы говорю... с ним было все хорошо. Да, у меня тут чуть-чуть последняя капля вообще. Слеза чего? Мадонны. Слеза чая. Это слеза чая. Вот, турецкая. Короче, я пытаюсь становиться искренним, но все равно хотелось бы... Вот, например, я понял, что мне не подходит формат публичных отношений с девушкой. Я не хотел бы, чтобы мои... отношения были публичные. А ты уже пробовала это, собственно? Ну, у нас вот с Дарьей Зараковской, мне кажется, были довольно публичные отношения. Я понял, что... А что считается публичными отношениями? Ну, когда они выходят за определенные рамки, но каждый эти рамки очерчивает по-своему. А вот у нас для меня, например, публичные отношения или нет? Ну, вполне себе, вполне себе. Ну, мы не что... то, чтобы рассказываем там все детали. Но люди в курсе вашей личной жизни, понимаешь? Люди понимают, как строятся ваши взаимоотношения. Я бы просто хотел... мои нынешние взаимоотношения построены по такому удивительному паттерну, что я бы, знаете, это как авторская разработка. Это как я разработал, как я видел на Авито, Ford Mustang на основе Opel'а какого-то 97-го года. Вот то же самое. И я бы не хотел, чтобы кто-то знал еще, как сделать Ford Mustang из Opel'а, понимаешь? Я хочу, это чтобы... Это твой ноу-хау. Это узнают только мои дети, если у меня будут дети с женщиной, с которой я сейчас. Вот я бы им это передал. А так я хочу это оставить при себе, например. Ну ты хочешь детей? Блять, да было бы неплохо. Ну видишь, типа, любой мужик, который подходит к трицончику, начинает, наверное, думать о том, что неплохо было бы иметь детей. Да? Вот. Но я точно уверен, это мой жизненный принцип, что до 30 у меня не будет ни свадьбы, ни детей. Потому, ну, а зачем так себя ограничивать сразу? Потому что должны быть рамки, потому что должна быть умеренность. Понимаешь, даже любовь, даже если это самая большая любовь в твоей жизни, должна быть умеренной, иначе она тебя поглотит. Слишком много любить нельзя. И слишком мало любить тоже. А почему ты неумеренно, если ты родил детей раньше 30?
Потому что мне кажется, что... Я говорю это в первую очередь, это релевантно для меня. Ну, понятно, ты не заставляешь всех других там откладывать до 30. Да, потому что я как ребенок, который рос без отца, который понимает, что такое жить с одним родителем, который понимает, что такое жить в нужде, так или иначе. У меня огромное количество людей из моего окружения, это дети, которые тоже выросли в нужде. Я понимаю, что я хочу, чтобы когда у меня родится ребенок, я был к этому готов, ребенок был желанным и ребенок был обеспеченным. Mm-hmm. Не через край, но чтобы его базовые потребности были закрыты. Моя матушка очень много работала, чтобы в детстве закрыть мои базовые потребности. И я все равно испытывал такое, знаешь, небольшую какую-то грусть относительно своего положения в социуме. Я понимал, что из компании я был самым бедным ребенком. У меня никогда не было каких-то... То есть я был всегда... У меня была теплая одежда, у меня были учебники, у меня была еда. Но при этом чего-то за пределами этого у меня не было. И даже чтобы этого добиться для ребенка, нужно потратить достаточно много времени, достаточно много денег. Я хочу, чтобы это было безусловной возможностью моего ребенка. Как минимум быть обеспеченным, иметь возможность получить образование и иметь возможность в будущем стать таким человеком, каким он хочет. Я не хочу нанести своему ребенку травму, например. Я не хочу поставить своего ребенка в тяжелое положение. Для этого мне нужно, чтобы отношения с женщиной, с которой я завожу ребенка, были проверенными, чтобы они были обкатанными, чтобы я понимал, как мы будем справляться со стрессом, как мы будем справляться с раздельным совместным бытом, как мы будем в целом справляться с жизненной ситуацией, с неожиданными какими-то, как, например, война или ковид. Абсолютно, абсолютно. Поэтому, точно. Короче, я считаю, что к детям надо быть готовым, тогда дети вырастают охуенными. То есть ребенок может либо вырасти охуенным, пройдя через какие-то жесточайшие испытания, либо, мне кажется, может вырасти охуенным, потому что его... любили, и потому что ему уделяли много внимания. Еще он может вырасти охуенным, если он просто критически нормальный, это тоже бывает, но в любом случае, мне кажется, что я бы хотел, чтобы у моего ребенка были хорошие условия, я считаю, что он этого заслуживает. А какую часть своей жизни ты готов вот в эту гонзосферу отдать? Например, вот ты будешь там тусоваться со своим ребенком и учить его каким-то вещам из жизни. Ты будешь рассказывать своим подписчикам вещи, которые ты рассказываешь своему ребенку? Да, вот это, кстати, был бы отличный формат, я думаю, что, потому что многим людям нужен совет. Ну, то есть, я не понимаю, почему люди приходят за советом ко мне, наверное, потому что я красиво говорю. Вот, но люди, типа, часто людям нужен совет, и иногда... Блядь, был классный канал, где мужик... короче... Это за что? Это по какому поводу? За советы от Феди Букера. Был потрясающий канал, где мужик... его вел взрослый мужик. Это был канал для парней, которые растут без отцов, где он им вот в подаче бати, такой англоязычный канал, рассказывал про довольно бытовые вещи, типа там, а-ля, как правильно забивать гвозди, как там вешать полки, собирать мебель, там ухаживать. Ну, то есть то, чему тебя должен, по идее, научить отец, но у многих его нету просто банально. И нет отца, например, и нет деда, и он не обладает базовыми какими-то вот этими мужчинскими, блядь, мужскими навыками. Мужской гендерной социализации. Да, которая на самом деле, я считаю, что мужская гендерная социализация полезна. Не во всем, но во многом. Например, в умении, блядь, собирать мебель. Это очень полезно. Ну, есть плюсы и минусы, понятно, как и любой гендерной социализации. Я считаю, что просто надо к ней быть готовым. И вот когда люди, которые не нашли этой мужской гендерной социализации в семье, приходят и самостоятельно таким образом гендерно социализируются и образовываются, мне кажется, это прекрасно, потому что это осознанный выбор. Это как осознанно прийти к религии. Вот, кстати, хороший вопрос. Вот, Александр, мне в первую очередь интересно, как стоит вводить в... религиозный контекст своих детей. Вот скажи это как психолог, как человек, разбирающийся в детской психологии, как человек, разбирающийся в религии. Как стоит и стоит ли? Ну, смотри, естественно, здесь очень важна индивидуальность вашего мировосприятия, потому что если вы, например, всю свою жизнь подчиняете религии, то есть вы прям ультрарелигиозный человек, да, который вот, для вас принципиально, там, не знаю, по воскресеньям оказываться в храме, вы там не пропускаете религиозные праздники, там, не знаю, назвали ребенка по святцам и так далее. Да, то, естественно, мой вариант, который я бы высказал, покажется вам излишне умеренным, потому что он, наверное, не прививает вот этого вот именно религиозного мировоззрения. То есть вы... ребенок не начнет сам без каких-то дополнительных объяснений и дополнительных каких-то занятий воспринимать окружающий его действительный мир через призму религиозную. Это надо прям
объяснять. Но если вы таким не озабочены, просто у вас есть какие-то религиозные взгляды, и вы просто думаете, насколько со своим ребенком уместно их разделять, как его к чему-то привести, то, мне кажется, самое оптимальное — это просто живите ровно, как и жили. То есть не пренебрегайте из-за того, что при вас ребенок какими-то своими религиозными привычками. Вот. Продолжайте все делать так. И главное, максимально точно отвечайте на вопросы, которые он сам задает. Это, на самом деле, касается не только религии, это касается, например, секса. То есть люди иногда беспокоятся, как рассказать своему ребенку про секс. Ну, отвечайте буквально на его вопросы, вот. Не пытайтесь дать ему слишком много, и при этом не темните, не рассказывайте ему там про... Капусту. Про аистов, про капусту, да. В этом мало понта. Вот он спросит вас, откуда дети берутся. Вот отвечайте конкретно, откуда они берутся. Как они дальше туда попадают, что для этого надо. Он об этом не спрашивал. Придет какое-то время, он придет к этому вопросу. Возможно, он спросит не вас, но это другое дело. Если вы его грамотно воспитываете, то с такими базовыми вопросами, скорее всего, он придет к вам. То же самое с религией. Мне кажется, вот если у вас принято читать молитву перед едой, вот просто и читайте. Не нужно там, не знаю, его как-то там заставлять и так далее. Он просто будет видеть, что люди, которые ему максимально дороги, которые его любят, поведение которых ему нравится, вот они так делают. Он в какой-то момент озадачится вопросом «почему?». Не сразу. Сначала он будет просто подражать, скорее всего. Потом он спросит, почему. Ответьте. И все. Вот это, на самом деле, самое оптимальное. А вот тут интересно, кстати, чисто микромомент. Как бы ты ответил ребенку, если бы, ну, он задал какой-то религиозный вопрос? Ты бы сказал ему, типа, ну, то есть, условно... Ну, задай мне религиозный вопрос, как ребенок батя. Вот, допустим, я батя Феди. Так. Дорогой мой, дражайший отец, папа. Да. Я бы сказал даже папаня. Да, в моей семье так бы ребенок не начинал. Смотри. Вопрос... следующего характера. Почему вы перед едой складываете руки и произносите слова, которые, смыслы которых я не понимаю? Сына, мы играем в колечко-колечко и ждем, что Господь положит туда сушку. Да нет, я бы обязательно кекнул как-нибудь. Не, подожди, задай что-нибудь из моей религии, мы так не делаем. Так вы, а что вы делаете? Ну, давай. Почему мы? Спроси, почему мы прячем мацу? Хорошо, окей, спроси меня. Папа, ладно, хорошо, папа, почему у нас на телевизоре в вазе лежит куриная ножка уже 10 дней? Какого хуя вообще? Она лежит? Папа, она мумифицировалась уже, какой в этом религиозный смысл? Ты думаешь, Бог ее такой, о, это мне? Ну это... Зачем ты так? Почему вы делаете вид, что хлеб пропал? Он же накрыт салфеткой. Он здесь. Нет, давай, ну то есть... Вопросы по одному, сына. Не, потому что я-то понимаю смысл как бы твоей религиозности. Мы давно с тобой знакомы, я его понимаю. Но каждый раз, я на самом деле этим впечатляет иудаизм, каждый раз находится какой-то новый интересный момент. Недавно я прихожу к Александру Форсайту домой. У него на телевизоре, или на телевизоре, а рядом где-то в вазе лежит такое куриное крылышко по типу из Бургер Кинга. И оно было-то не супер аппетитное. Ну, нормально, средней аппетитности. Но оно лежит уже дней 10, и оно прям такое... Охренеть. Ну, то есть оно не тухлое, но оно прям уставшее. Я говорю, Саша, почему? И он объяснил, дал мне какое-то религиозное объяснение, и я думаю, окей, без проблем, но точно ли надо куриное крылышко держать? Брат, это пасхальная жертва. Это была пасхальная жертва. Знаешь, что они продают мацу каждый раз друг другу? Не мацу мы продаем. А что вы продаете? Еду остальную? Смотри, к еврейской Пасхе нельзя, чтобы в доме остался хамец. Хамец — это продукты, которые не кошерны на Пасху. Это там макароны, батон хлеба, так. Сушки, опять же, те же. Очень их люблю. Уделяем особое внимание. Вот. И по-хорошему весь хамец в канун Песоха надо собрать и сжечь. Вот. Чтобы в доме осталось из мучного только маца. Но вот сейчас внимательно следите за мыслью, да? Но евреи не особо всегда жили как-то там хорошо. Зачастую евреи жили в сложных условиях и далеко не всегда становились там Рокфеллерами. Вот это совершенно не обязательно. Скорее, евреи в большинстве своем жили как вот из рассказов там Шолом Алейхема или Бабеля. Так вот, ну жалко. Ну, жалко сжигать сушки, правда? И макароны, там тем более запас был. Чё придумали евреи? Ты в канун Песоха находишь гоя, находишь не еврея и продаешь ему это все, но договариваешься, что после Песоха купишь это обратно.
А там спред какой-то по цене есть? Слушай, он тоже зарабатывает? Если, ну, желательно, чтобы нет. А в чем тогда профит для города? По-кентовски. Ну, побрать, да, это типа твой друг делает. Помочь по-дружески. И то есть получается, что ты просто хранишь у себя его вещи, как бы они... Да, они тебе не принадлежат. Тут какая штука? Вот если меня сын вот о таком, например, спросил, я бы объяснил ему: сын, давай будем серьезны. Бог очень давно дал указание, как надо рулить на Песахе. Ну, вот, то есть, есть конкретные религиозные указания. Но, во-первых, на тот момент, когда вообще, когда возникал повод для празднования будущего Пасхи, вообще никакой еды, кроме, собственно, мацы, и не было. То есть это все последующая надстройка человеческая. Если есть одна человеческая надстройка, может быть и следующая человеческая надстройка, типа как поправки к Конституции, да? Угу, понимаем. Вот. А во-вторых, ну, возможно, когда формировались эти все правила, еще не было такого, что дома лежит, допустим, какой-то запас крупы, да, или там тех же макарон. А сейчас такое есть. То есть время начинает диктовать свои условия. Сын, ты любишь макароны. Ты хочешь, чтобы я их выкинул, сжег, реально? Ну, то есть вот ты считаешь, что я их сожгу. Окей, я их сожгу. И он бы сказал: так хочет Бог. Я ему скажу: сын, это запас макарон на 2 месяца. Если я сейчас их сожгу, следующие макароны буквально будут через 2 месяца. Это не то, что я, когда Песах кончится, через 8 дней снова куплю вот то же самое количество. Офигеть, я типа 2 раза их буду покупать на эти 2 месяца? Нет, сын, хочешь... Побудем религиозными фундаменталистами этот год. Тогда 2 месяца без макарон. Да, кстати, вот это же метод. Ты говоришь: сын, хочешь, будем буквально религиозными фундаменталистами. Я сожгу эти макароны, брат. Сын, без проблем. Я их сожгу. Но вот ты в течение этих 2 месяцев заикнешься про котлетки с макарошками, я скажу: нет, с пюрешкой, брат, с пюрешкой. Никаких макарошек нет и не будет. Еще... 3 недели. Вот. Я думаю, что ребенку это будет, во-первых, давать такой грамотный взгляд на религию, как нечто, что должно отвечать запросам времени. Во-вторых, не надо быть слишком серьезным. То есть кто написал пьесу «Как важно быть серьезным»? Оскар Уайльд? Бернар Шоу. По-моему, Оскар Уайльд. Или Оскар Уайльд, да. Вот. Он написал, как важно быть серьезным. Так вот, иногда важно быть не слишком серьезным, чтобы не было ощущения у ребенка, что любой вопрос о религии делает из веселого папы-балагура папу, который такой: так, тихо. Типа, вот об этом мы сейчас очень серьезно. Не надо. Бог, он... ну, во всяком случае, у хасидов так... Бог должен быть в первую очередь эмоционально постигнут. С Богом должно быть весело и кайфово. Вот, да, у него куча ограничений, он много в чем тебя принуждает действовать не самым комфортным образом, но в итоге все равно будут 4 полных стакана вина и жесткая туса. Вот, надо Бога вот таким постигать. Когда ребенок это понимает, а в 13 лет он жестко это понимает, потому что он начинает выпивать эти 4 стакана. А ему надо в 13 лет выпить 4 стакана вина? Да. Ебать, у нас жестко. Просто был в Телеграме топовый, очень жесткий спор о воспитании детей с Александром Форсайтом, с Димой Мультифруктом, с Левой Мехкоступовым. Мы спорили где-то час, да, причем Александр такие жесткие религиозно-фундаменталистские штуки говорил, а потом в конце такой: но потом, когда ребенок становится взрослый, это все, давай пиздуй, удачи тебе. Кстати, становится он взрослым в 13 лет. Все я так. Думаю, что... И мне сразу стала настолько понятна модель воспитания Александра Форсайта. До 13 ребенок должен воспитываться, блядь, жестко, но правильно. Но после 13 ты взрослый. Все, понимаешь? У всех дети взрослеют в 18, твой в 13. Давай, братан, разъебывай. Соответственно, он проходит такой интенсив, а потом... Интересно. Гуляет. Вот. Но на самом деле был хороший, интересный спор. Федя там тоже крутые аргументы приводил. В какой-то момент мы закусились по правилам аристотелевской логики. Он опять назвал меня королем дешевых манипуляций, блядь. А ты король кайфа. Я король дешевых манипуляций, чувак. Но это мой стиль, понимаешь? Это как есть... А почему? Почему тебя так назвали? Есть в Divinity, в игре Divinity Original Sin 2, да, вот есть вор, а есть клинок тени, понимаешь, клинок тени, вот он использует магию, да, он как бы усиляет себя, он тоже атакует в спину и прячется в тенях, но он обосновывает также свои атаки магии, которую он знает. Mm-hmm. А вор — это вот чисто король дешевых приемов. Кинуть в спину что-нибудь, ударить в почку, знаешь, там типа по яйцам, в глаз. Вот я считаю, что я вор. Федя просто мастер в каком-то споре, одновременно абсолютно открыто, и при том... необъяснимым образом очень незаметно подменить пару понятий или перепутать
посылку и вывод. Ну, не перепутать даже, а вот скорее перетасовать, как вот умелый шулер перед тобой колоду тасует, ты видишь, ну, она перетасована. Как грамотный юрист. А на самом деле он разложил там все карты в нужном ему порядке. Он ее стасовал, говорит, все, будем играть. Ты такой, конечно, она же перетасована. Тебя наебли. Чувак, тебя наебли. И вот Федя этим пользуется. И пользуется филигранно. Чувак, я признаюсь, я софист. Я, ну, то есть, вот, типа, если смотреть с философской точки зрения, я софист. Я считаю, что идея софистики незаслуженно была дискредитирована, потому что то, что сейчас, блядь, называют коучингом, по большому счету, вообще, да, блядь, все мотивационное медиа, все разговорное медиа, это, по большому счету, место, где лидируют софисты. В первую очередь, ну, то есть, это буквально человек, который монетизирует свои знания, который может для человека сформулировать какую-то... что-то сформулировать и что-то обосновать и получить за это деньги. Люди же не всегда хотят... Некоторые люди хотят слышать развенчание своих взглядов, а некоторые, наоборот, хотят слышать подтверждение своих взглядов. Настоящий философски подкованный человек смотрит на это и понимает, что эти взгляды равнозначно относительны. Но далеко сейчас, не так просто. Ты сейчас разобрал один из подходов к коучингу. Не единственный, но да. Да хуй знает, я смотрю всех коучей, я дохуя. Вот я говорю, вот, блядь... Всех? Не, ну не всех, ладно, мы вчера об этом... Я позвал всех режиссеров. Я... Друзья, все. Короче, я к тому, что я действительно позвал всех режиссеров. Блять, важная хуйня. Да, короче, смотрю я всяких коучей, которые мне не нравятся. Ну, мне не нравится назови. Ни один коуч, а? Хоть одного назови. Ну коуч. Вот я часто... Назови всех коучей. Понимаешь, я сижу в ТикТоке, и часто мне попадается, например, Эндрю Тейт. Ты смотрел видосы Эндрю Тейт? Но это не коуч, это долбоеб, да, которого отменили. Да, он такой, отменили. Все коучи такие же. Просто этот реальный Делбич. Это Делбич, да. Ну, понимаешь, вот, например, Радислав Гандапас, мощный коуч? Да, мощный чувак. Да, при этом, когда вижу Радислава Гандапаса, я чувствую... Он не Радислав, он Радислав. Радислав, тем более. Вот, и у него мощный гандапас-вайп, реально. Я не знаю, типа, я считаю, что все коучи... Выпуск Нижнего Чела с гандапасом Радиславом. Все мотивационные ораторы, на самом деле, в первую очередь, это все равно интертейнеры, потому что мотивация, это такой достаточно... Ну, это эдютейнмент, это специальный термин. Education плюс интертейнмент. Ну, вот, я не верю в сочетание образования и развлечения. Всегда превалирует развлечение. Понимаешь, когда в детстве... Знаешь, вспомни, что такое реальное образование и развлечение. Это когда в детстве тебе дают игру, в которой можно в игровой форме учить английский язык. Ты такой, ну и херня. Да, ты такой, я вижу, что я учусь, блядь. Ну, то есть, типа, игра, нажми на люстру. Зависит от того, как сделан геймдизайн, все да. это делать. И крутой коуч, он делает действительно тебе процесс личностных трансформаций еще и увлекательным. Это же круто. Я не верю в то, что другой человек может быть единственным драйвером процесса личностных трансформаций. Нет, ты должен сам прилагать усилия, так конечно. Так ты можешь и сам трансформироваться. Так тогда. Ты можешь сам чему угодно учиться. Репетитор по китайскому тоже не нужен. Ты можешь сам учить китайский. Просто сложнее. Фасилитирует тебе другой человек. Это замечательно. Как можно хотеть упростить личностное развитие? Но у него есть какие-то свои фреймворки, свои какие-то паттерны поведения, которые, если ты можешь применять, ты будешь, там, например, продуктивнее или лучше поймешь свои цели. Да нет, подожди, а куда торопиться с личностным развитием? Ты такой, сука, надо развиваться! Если сейчас не эволюционирую, завтра будет поздно. Завтра будет нечем дышать. Дело не в спешке, братан, но если ты, например, займешься этим раньше, а не позже, и быстрее придешь к своим целям, то ты будешь жить более счастливой, гармоничной, наполненной жизнью. Да, блядь, нет. Чем больше ты развиваешься как личность, тем больше ты страдаешь. Тот, кто может множит познание, умножает скорбь, тут это очевидно. Тут абсолютно точно. Тут не может быть такого, что ты только умножаешь страдания или только умножаешь почему? Удовольствие. Ты умножаешь и страдания, и удовольствие в рамках любого своего личностного каким развития. Образом, каким образом то, что ты становишься умнее, делает тебя счастливее? Я, кстати, тоже не согласен. Какие вообще. Потребности от личности зависят? И далеко не весь личностный рост, давай, а ум. Давай, смотри, давай, я сейчас поясню. Я согласен, просто я хотел бы еще немножко вводный дать. Для того, чтобы это стало очевидно, представь себе невероятно тупого человека. Ну вот просто человека тупого. Того, кого назвали бы Стругацкий, вот этот желудочно неудовлетворенный кадавр. Так. Вот то есть этот человек, который, ну, вот он хочет жрать, он любит жрать и жрет. Вот. И, соответственно... У него нету никаких причин быть несчастным, как только у него есть еда. Mm-hmm. Вот у тебя будет еда, и не будет больше ничего. Ты будешь капец каким несчастным. Потому что у тебя есть запросы, ты там хочешь книжки читать. А ты не умеешь читать! Ты тупой! И не хочешь. Супер же. Очень счастливый человек будет. А несколько дисклеймеров. Первое. Когда я говорю о коучинге, я не говорю обо всех коучах мира. Действительно много шарлатанов, много людей, которые просто пользуются своей там харизмой и умением манипулировать людьми и считаются крутыми коучами. Даже в топовых списках, к сожалению, это распространено. Много поверхностных людей, которые учат вещам давно уже апробированным, и вы можете не хотеть
ходить ни к какому коучу, а почитать там классику или философские труды древности и получить то же самое. Но есть коучи качественные, которые пользуются проверенными, в том числе нейронаучными, например, методиками, которые позволяют тебе лучше, например, разобраться в себе и принимать решения, видеть big picture, вот эту картину глобальную. А теперь отвечая на вопрос Александра Форсайта, цель коучинга и саморазвития далеко не всегда в счастье. И тут мы с тобой это обсуждали, ты, кажется, со мной солидарен. Я не считаю, несмотря на то, что там вот в декларации о правах свободы человека, или, а нет, декларации независимости США, где там мы полагаем естественным и неотъемлемым правом любого человека на там жизнь, стремление к счастью и что-то там еще третье было, свободу, по-моему. Вот, я не считаю счастье единственно важным и обязательно принципиально ключевым KPI-ем в каком-то действии и в том числе там в целях жизни. Моя цель жизни не то, что я буду там супер счастлив. Тогда у нас нет действительно противоречия, потому вот. Что получается здесь мы тогда согласны. То есть ты понимаешь, что если ты реально ну, чему-то еще учишься, и понимаешь, насколько что-то, допустим, важно, осознаешь какие-то новые абстрактные понятия, сложные и так далее. Ты тебя, усложняешь, ты тебя, можешь даже стать несчастным. Да, тебя начинает угнетать, например, ощущение отсутствия свободы слова. Да, если да. ты не знаком с этими абстрактными понятиями, то тебе, ну, если похер. Если ты не редпильнулся, ты можешь быть счастливее. Тебе похер. Да. Кого-то там назвали иноагентом, ему угу. пришлось уехать из России. Ты такой, да и насрать. Нет, а как понимаешь? Только ты немножечко более прошаренный, понимаешь, насколько свободная пресса с неограниченным количеством полярных мнений может развивать там государство, ты уже понимаешь, блин, от каждого такого уехавшего человека страдает там экономика, страдаю лично я и так далее. Да, можно я чуть-чуть разовью так, мысль? Погоди, а почему свобода слова-то? Понимаешь, свободу слова еще, отсутствие свободы слова в принципе можно помыслить и понять. А вот вопрос свободы воли, например, это вещь, которая тебя не, только это угнетает. Жесть. Это я да. не верю, что человек может понять вот это вот, что может реально долго осмыслять вопрос и феномен, наличие феномена свободной воли у человека и быть от этого счастливым. Реально прийти к утешительным выводам. Ждите подкаст, кстати, с Робертом Сапольски. Обязательно будет, мы уже с ним договорились. Философские вечные вопросы не приводят к утешительным выводам. Ничего там хорошего нет. Поэтому философы лысеют, вешаются и так далее. Это, кстати, правда. Это страшно. Это действительно все, что вы сказали, соответствует действительности. Извините за тавтологию. Но помимо, мне кажется, того, что там, многие знания умножают печаль, ты видишь какой-то больший спектр этого мира, в том числе негативный, ты и свой кайф, и свой блесс выводишь на другой уровень, когда у тебя мышление качественно другое. Ты становишься осознаннее и, извините за этот избитый термин, но лучше, по-моему, не придумали. И ты лучше подмечаешь себе какие-то настроения, состояния, и с ними справляешься, в том числе негативные. Ты как человек-швейцарский нож становишься. У тебя очень много разных инструментов в твоем наличии получаются, которые помогают тебе разъябывать и в том числе существовать с комфортом для себя. Да, ты уже не будешь идеально счастлив, как вот по там, Ветхому Завету люди до того, как Адам с Евой, до того, как их изгнали из Эдема. У тебя не будет такого простого, максимально простого, практически, ну, можно сказать, животного счастья. Потому что там мало каких-то ступеней пирамиды Маслоу. У тебя оно будет сложнее, оно будет дихотомичнее, оно будет со всякой там залупой, которая тебе не нравится, со стрессом, с разными загонами, заебами, но оно будет и многограннее, и по точке зрения воздействия на тебя там более облагораживающее, более там трансформационно и т.д. И ты будешь, конечно, развиваться, расти и претерпевать разные метаморфозы, от некоторых из которых тебе будет болезненно, но в целом ты никогда не скажешь после этого, как вот Элджернон, да, цветы для Элджернона, ты бы не сказал в том моменте, когда достиг пика своих возможностей, супер там раскачал свой мозг, что нет, я жалею, и все-таки мне нужно вернуться, откатиться к прежнему состоянию. Это too much. Вот на самом деле, мне кажется, что человек бы не сказал. Во всяком случае, человек mindset это наподобие моего и вашего. Гриша говорит о том, что если ты всю жизнь пьешь пиво, но в какой-то момент понимаешь, что пива тебе уже не хватает, то отсутствие чего-то еще делает тебя, возможно, тоже достаточно угнетенным, зато наличие чего-то, например, водки, позволяет тебе смешать пиво с водкой. И да, возможно, на следующий день тебе будет хуже, но вечером тебе будет очень интересно. А потом ты осваиваешь еще, как можно пиво смешивать, там, не знаю, с томатным соком, как можно... Гёзе. Это не пиво с томатным. Ну, короче, огромное количество вот этих вариаций, и ты становишься технически все несчастнее, все сильнее спиваешься, но при этом ты начинаешь жить многогранно,
состояние, у тебя уже возникает выбор. Сегодня все. Пиво или сегодня, извратили, например... Но нет ни одного демотивационного коуча. Есть, есть, в том-то и дело. Кто? Назови мне демотивационного коуча. Популярного. Это достаточно, это другая сторона. Многие мотивационные коучи, это типа, как разъебать, как делать и достигать своих целей. А что это такое, как проебать? Оставайтесь в жопе, да? Не, ну это тоже, это такая, блядь. Марк Мэнсон, тонкое искусство пофигизма, да? Или там похуизма даже правильнее было бы перевести название. Это супер попсовая книжка, ничего там открывающего глаза для нашей аудитории, я думаю, не будет, но есть в ней свой цинес. Вот супер такой так антимотивационный. Вот люди стремятся к похуизму, понимаешь? Люди стремятся, даже если это какое-то отрицалово, да, даже если это какое-то деградация и разложение, они все равно стремятся к ней в позитивном ключе. Похуизм — это растиражированная фальшивка, блядь. А вот экзистенциальный ужас, нахуй, вот реально ахуй от самого факта существования, вот это достаточно эксклюзивная эмоция. Я считаю, стремиться надо к ней, потому что если ты можешь найти даже относительное счастье среди экзистенциального ужаса и среди просто, блядь, безумия какого-то, то тогда да. Ну, ты так... как тот блогер, которого ты мне советовал. Вот, блядь, Стас Аскет, демотивационным коучем можно назвать, я не знаю, Жижика. Вот Жижик наиболее чуть-чуть, потому что он, блядь, философ. Какой бы ни был, но он современный философ. Это трудно отрицать. Словой Жижик. Да, при этом он медийный. То есть, типа, это человек, за которым можно следить, он философ. Вот как раз Жижик вгоняет в небольшую, вот эту небольшую степень просто ужаса от существования... Хотя бы чуть-чуть. Хотя Букер еще это делает, по-моему. Так, потому что мне кажется, что к этому надо стремиться. Любой, я только попрошу, это очень важно, это очень важно. Любой современный философ, если он реально занимается философией, а не какой-то шнягой, типа для галочки, любой современный философ, человека, который понял его текст, вгоняет в ужас. Потому что я не знаю ни одного современного философа, который был бы таким идеалистом, который все вот так, вот так, вот так, я вот эти механизмы так понимаю, и это супер. Большинство из них такие, я разобрался в механизмах, я их вот так, вот так, вот так понимаю, кабздец. Да мы до сих пор... Арнольд Тойнби, да? Ну, это уже не самое прям современное, потому что 70-е годы и так далее. Но он просто разбирает по полочкам, как работает общество, и приходит к решительному выводу такой, общество пизда, гарантированное, потому что так, блядь, быть не может. Знаешь, он как дагестанцы любят так говорить, так не бывает. Короче, я к тому, что мы все еще живем в этом эхе эпохи просвещения, наша ориентация на деградацию, потому что мы слишком сильно развивались, мы слишком сильно пытались развиться, блядь, в один момент. Развиваться слишком сильно не надо, поэтому это как коуч, взять ребенку коуча по ходьбе, понимаешь? Возможно, но ничего не заменит ребенку его первое, одно из первых самостоятельных достижений — это ходьба. Когда он увидит, как он сам что-то сделал, и родители в восторге от того, что он это сделал, он поймет, что такое по-настоящему преодолевать препятствия. Вот тогда он поймет, что такое настоящее счастье. Тогда он поймет, как можно не покупать одобрение, а находить одобрение самому. Это как, понимаешь, коучинг — это как проходить игру. Вот я проходил Divinity Original Sin 2, и она настолько, блядь, огромная, и там столько неочевидных квестов. То есть вот представьте себе квест, ты идешь по набережной, стоят два мальчика. Ты им такой... Здорово, мальчики, что делать? Они такие, мы ждем нашего друга, он ушел купаться и не вернулся. И у тебя появляется квест, что типа вот мальчик ушел и не вернулся, ребята его ждут. И знаете, где мальчик оказался? Где-то на другом конце побережья ты проходишь и в углу находишь труп акулы, а внутри акулы нога этого мальчика. И если у тебя есть персонаж эльф, ты можешь ее съесть и таким образом получить воспоминания мальчика и понять, что его съела акула, и друзьям его ждать не надо. Это не очень очевидно. И у меня висел этот квест, и я хотел его пройти, и для этого стал искать решение в интернете. И вот коучинг — это как искать решение в интернете. Можно, но если ты сам это найдешь, это совершенно другой уровень бытия. Прикольная мысль. А вот учиться деградации, да? Коучинг — это как развитие? Премиум аккаунт в онлайн-игре, когда у тебя опыт x1.5, ну, 200 голды и бесплатный щит. Ты занимался когда-то с коучем? Ладно. Вот, скажи, пожалуйста, я просто маленький короткий вопрос. Занимался с коучем когда-то, да или нет? Нет. Вот. Конечно. Поэтому, мне кажется, не совсем... Нет, подожди секунду. Коуч — это не премиум в онлайн-игре, потому что премиум в онлайн-игре — это скорее, если ты, не знаю, вместо того, чтобы... Ну вот если у тебя
если у тебя необходимость обучения, если ты там купил себе удобный ноутбук или планшет. Вот это скорее премиум в онлайн-игре. Вот это премиум в онлайн-игре. Я сам покупал премиум в онлайн-игре. Я тоже. Не надо. Не, подожди, я понял, я не занимался. Я был коучем. Я знаю, что это такое. Я вспомнил. Когда? А? Недавно, вот последний пример, недавно в отеле на Выборгской была лекция, где участвовали всякие большие люди из музыкальной индустрии, которые работали с лейблами, в том числе меня пригласили туда, и там реально сидят люди, они смотрят тебе в рот, они ждут, когда ты им расскажешь, как стать. Вот, понимаешь, что приходят молодые артисты с запросом, вот у меня есть там 70 тысяч на клип, у меня 1000 подписчиков, как, что мне делать? И я сижу, и я говорю первое, что мне приходит в голову, и все люди такие, да, да, нихуя себе. Я говорю, чуваки, испанский стыд — это новая веха в искусстве, вы должны ориентироваться на это. Малые бюджеты, испанский стыд. Они такие, да-да-да-да-да, охуенно. Я думаю, ебать, я коуч. Я просто завершу мысль. Демотивационный спикер, продвигающий деградацию, это как бы, если вернуться к аналогии с ребенком, то есть, если бы этого спикера не было, а все равно этот эффект был бы достигнут, это если ребенок научается, вот он встает, идет, падает, встает, идет, падает. И такой, нахуй, буду снова ползать. Такой, нет никакого кайфа в том, чтобы ходить. Я попробовал, я сумел. Возможно, люди слишком переоценивают прямохождение. Я, пожалуй, буду ползать. Это было удобно. А может, люди недооценивают, типа переоценивают прямохождение. У меня реально на полном серьезе один мой приятель, он, правда, очень пьющий человек, он мне сказал, он говорит, ты понимаешь, что японцы и корейцы — это одни из самых пьющих наций в мире. Предоставил мне статистику, сколько пьют корейцы и японцы. Это действительно очень впечатляет. Они прям, ну, они делают Россию, это сильно так. Ну, в Северной Корее мы убедились частично. И он говорит, они поэтому спят на полу, чтобы не упасть. Говорит, ты не упадешь, если спишь на полу. Они же всегда пьяные спят. И он мне это так убедительно говорил. Вот. И я такой думаю, может быть и не поэтому, но вообще резонно. Ну, видишь, кто придумал спать высоко? Это же тупо. Для чего это? Ты можешь спать там, где все безопаснее. Вот знаешь, это как вот прямохождение. Полет переоценен, я вот что считаю. Полет. Люди всегда стремились, вот подумайте, люди всегда стремились к тому, чтобы летать. Всегда, часто фигурируют. Да, и, блядь, миф об икаре. Ну, почему люди не летают, как вообще, птицы? Вообще, ну, вы понимаете, это такая очень сильно расхожая культурная идея, что было бы охуенно летать. Но понимаете, юмор в чем? Что для птицы полет — это как для человека бег. Вы часто бегаете вообще? Ну, то есть ты идешь по улице и такой, время... И типа, ты такой сейчас... Я могу добраться до места быстрее, надо только пробежаться. И начинаешь бежать по улице просто по кайфу. Прикольно уметь бежать, ты понимаешь? Ну, если бы ты не умел бежать, ты бы очень грустил, что не умеешь бегать. Ну да, но это было бы, вот если бы люди умели летать, но это было бы так же напряжно, как бег. И ты такой, да ну нахуй, пойду лучше пешком. Зато, если опаздываешь в театр, вот ты выходишь из метро и бежишь, а прикинь, ты опаздываешь в театр, выходишь из метро и такой, ладно, блядь, ладно, я, конечно, вспотею, устану, но в целом и похерачил туда. Я беру самокат. Самокат оказался лучше, чем бег, на нем гораздо быстрее едешь. Поэтому, типа, если сделают стационарные крылья, вот какие-то, которые можно взять и прохуярить. Как в Far Cry, вот ну, например. Вот. Как, ну, типа, в Just Cause парашютка, а ты подпрыгиваешь, его раскрываешь. Очень удобная была штука, да. Федя, вот перед тем, как мы сделаем уже финальную вишенку, создадим на торте нашего сегодняшнего подкаста. А что, все? Ну, мы уже почти полтора часа. Ну, тогда давайте заново. Ну, мы не будем заново, но у нас был выпуск тут недавно. Ты не считал шутку? Это шутка про Витаса. Да нет, я считал, просто это не первая шутка про Витаса сегодня. Жаль, я думал, мы как-то... Не, ну... я считал, просто как мы в прошлый раз не показали видео, так я думал, и здесь надо. А-а-а. Я же вот так вот не должен там. Ты думаешь, а ты специально пришел сюда, чтобы сделать? Нет. А вот эти ваши белые носки, они, конечно... Да. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, какие у меня белые носки. А вот, а что? А я подумал, ну вот, ну вы обманываете здесь, что мне нельзя? Друзья, вопрос был к Федору как к эксперту. Федор, как известно, выпускник философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Кафедра? Да, я. Прикладной. И вопрос был у нас из выпуска с Николаем Жариным, на котором мы сидели. Пожалуйста, Александр. Значит, ситуация такая. Я задам его несколько шире, чем он возник тогда, но постарайся собраться. Нужно твое... мнение как эксперта и как человека, обладающего специальными знаниями, которыми здесь
Не обладает никто. Да, ты наш коуч по философии сейчас. По этике. Прикладной этике, как минимум. Значит, мы обсуждали такое явление, как антиутопия с Николаем Жариновым. Вот. Это был очень интересный разговор. И, в частности, мы сосредоточились на вопросе, что же конкретно отличает утопию от антиутопии. Потому что так или иначе, там мы пришли к определенному выводу. Если вы не смотрели этот выпуск, обязательно посмотрите. Ссылка в описании. Но штука в том, что все равно граница очень зыбкая, и можно дать и другие определения, что же их различает. И стали говорить о том, что вообще есть вот это вот утопическое общество или антиутопическое, оно всегда очень структурированное, что в утопии, что в антиутопии. И всегда, в общем, направлено на то, чтобы минимизировать злодеяния, меньше им давать возможности, чтобы все процессы были подчинены какому-то единообразному закону и так далее. По сути, так строится любое вот это вот общество будущего. Соответственно, некоторые мы воспринимаем как утопическое, типа, о, как все работает, как швейцарские часы. А некоторые воспринимаем как антиутопическое, поскольку оно враждебно к главному герою. И Николай Жаринов сказал, что это больше пространство этических парадоксов и этических вопросов. Вот как бы ты взглянул на эту проблему? Потому что мы видим тенденции в современном мире к выстраиванию общества то ли утопического, то ли антиутопического. Тот же Китай, естественно, сразу в голову лезет. И в целом то, как мы уже свою жизнь подчинили гаджетам и отдали огромное количество своих повседневных задач на откуп каким-то компаниям, которые решают их за нас. И они за счет этого получают огромное количество информации о нас, о нашем поведении, и явно делают из этого какие-то выводы. Что вот этика обо всем этом говорит? Во-первых, R.I.P. Сабура Арасака, мой братан, настоящий корпоративный, впечатляющий человек. Короче, мне кажется, что вот утопия и антиутопия очень сильно и очень явно иллюстрируют то, что я постоянно говорю, потому что, блядь, никто не обращает внимания, сука. Как раз-таки это нихуя не этический вопрос, потому что в утопии и в антиутопии мораль выполняет точно такую же свою функцию, как и всегда в жизни. Она подстраивается под общество, и общество обслуживает. И, то есть, и когда кто-то вообще говорит, что в антиутопии есть какой-то вот этот вот моральный вопрос и моральный какой-то моральный интерес, нихуя его там нет. Там все работает, как швейцарские часы, блядь. В Китае мораль очень простая, поэтому людей это пугает. Людей на самом деле пугает порядок и на самом деле пугает понимание глубинных процессов. Мораль всегда обслуживает общество, в котором она существует. Мораль на самом деле вторична, как бы это грустно ни было. Поэтому в антиутопии она просто выполняет свою функцию. То есть велосипед буквально едет, и восьмерки на колесах нет. Все охуенно. То есть это вообще какое-то непространство на самом деле моральной трагедии, потому что она такая и есть. То есть мы к этому и тяготеем. Наше общество тяготеет к тому, что оно дальше будет формулировать мораль и вписывать в нее то, что этому обществу сейчас удобно. Вот и все. То есть ты хочешь сказать, что утопия невозможна, а антиутопия как раз крайне вероятна, потому что любой такой однозначный порядок будет человека по его природе пугать. Мне кажется, что, во-первых, людей... Нет, смотри, типа утопия... как все-таки первичное что-то по сравнению с антиутопией. Вообще, мне кажется, что антиутопия это не совсем... Короче, хочется выделить это в самостоятельный жанр, а не просто как противопоставление утопии, хотя утопия и первична. Короче, суть в том, что утопия как раз-таки возникла, мне кажется, из того, что людей пугает хаос. Да, и они стремились к порядку, а в один момент они поняли, что людей пугает и радикальный порядок. То есть, а что им надо? А? Умеренность. Умеренность, древнегреческая, блядь, умеренность. Просто вот добродетель главный. Главный добродетель — это умеренность. Надо балансировать. За умеренность. Не, типа, я просто не знаю, как по-другому. То... Да нет никаких ответов, понимаешь? Вот моральных вопросов даже здесь никаких нет. В антиутопии морально все четко. Есть плохие, есть хорошие. Она очень полярная, понимаешь? И просто тебе эту полярность подкидывают реверснутый. Ты типа такой... То есть это, блядь, такой прием базовый уже, типа... Те, кто говорят, что они хорошие, плохие. Те, кто говорят, что они плохие, хорошие на самом деле. Ну и все. В антиутопии нет... В антиутопиях нет никакой серой морали. Понимаешь, в антиутопиях нет на самом деле морального выбора. Там вот очень метамодерновая штука. Если постмодерн был пространным, метамодерн, возможно... Кстати, знаешь, какая у меня мысль есть, короче? Ну. Что, типа, модерн был конкретным очень, да? Метамодерн, постмодерн был очень пространным, да, то есть была дисперсия мнений. А метамодерн станет опять конкретным, да, то есть, но он будет не полярным, как модерн, типа там добро-зло, то есть не в двух категориях. Он будет полярный, но в трех категориях. То есть появится хорошее, плохое и отсутствие, например.
То есть вот что-то такое, типа не окрашенность. То есть, короче, это будет тоже полярный мир, но он будет триполярный, если так можно сказать. И мне кажется, в этом как раз будет вот новшество метамодерна, которое всех разъебет, что на самом деле все не полярное, что подтверждает постмодерн, но при этом не такое дисперсионное, как в постмодерне. То есть есть конкретика, но полярность разрушена. Вот, и мне интересно вот это. А антиутопии, они биполярные просто. Хорошо, плохо, просто ими жонглируют. И типа, ты думал, все говорят, что это хорошо, а это плохо. Все говорят, что люди счастливы, а они несчастливы. Как тебе такое? Они, им приятно жить, но на самом деле им неприятно жить. Просто... А обесценивает ли такая простота жанр или нет? Это ситуация... Слушай, ну не пишется новых антиутопий, как ты заметил. У нас классических антиутопий 3-5. Нет, слушай, их довольно типа, много. Не, ну, Федя говорит, которые такие вот сразу прям основа основ. А так пишутся, ну, вот пост Глуховского тоже антиутопия. Ну, понимаешь, ну, я имею в виду формирующих для жанра. Любого, книг любого жанра пишется много. Но именно он скорее постапокалипсис, братан. Вот, смотри. Это не антиутопия все-таки. Ну, возможно, там да. Антиутопия характеризуется согласен. Полноценным описанием общества обязательно, а тут ну, так. Окей, окей. Вот, но, поэтому ну, сколько хорошо. У нас классических антиутопий? 3? Ну, смотри. Замятин Ройл Хаксли? Или еще там? Не, есть еще там, ну, Бажанов назвал другие. Основных, там, пожалуй. Есть. Ну, еще 451 по Фаренгейту. Ну, есть, да, есть, но да. Вот видишь, она уже такая, блядь, более художественная, как будто бы более, то есть там больше всего, в 451 по Фаренгейту больше допущений, то есть там это именно такая очень красивая, проходящая через всю книгу, это метафора про пожарных, которые жгут, они душат, но она довольно понятная, типа, понимаешь? Вот Замятин, Оруэлл Хаксли, там именно описано общество, и общество работает по очень понятным, но очень, заводной типа, апельсин, тоже же калечащим законам. Ну, там, мне кажется, она частично, это все-таки трагедия. Частично. То есть, как будто бы, кстати, заводной апельсин выглядит как антиутопия, которая оправдывает свое существование. Ну, то есть, они, в принципе, такие, нет, это правильно, блядь, то, что они с ним делают. Пошел он нахуй, вообще-то главный герой урод редкостный. Типа, его пусть перевоспитывают его именно так. То есть, там нет трагедии, поэтому это, наверное, не антиутопия. Все-таки, как бы, классическая, мне кажется, подразумевает трагедию и слом. Трагедия есть точно, ну ладно. Мы сейчас уйдем в дебри, но антиутопии больше. Там так... Артур Кёслер, Darkness at Noon, по-моему, а никто же не, Федя не говорит, что их нет больше. Просто как будто бы основные три кита, на которых стоит понимание жанра, это вот они. Короче, жанр не пластичный. И они довольно, ну, как бы, дуальные. Да. Да, антиутопия должна быть дуальной, как рыцарский роман должен быть дуальным. Типа есть хорошие рыцари. Хорошие парни и плохие парни. Да, любой, да, как классический представитель жанра, ну, там должна быть четкая дуальность. Это просто раньше было требование. А кстати, говоря, метамодерна так не работает. Между прочим, именно этим, я знаю, что это мой любимый конек, я о нем говорил, но вдруг кто-то смотрит этот выпуск одним из первых на канале, именно этим разъебал Сервантес, уничтожив дуальность. То есть он даже не то, что сказал, что а рыцарь может быть сумасшедшим, а все на самом деле не такие уже плохие, а он вообще говорит, а это так не работает. Нет никакого рыцаря, который защищает угнетенных, потому что угнетенные бывают разные, а ему могут встретиться скверные люди, которых он принимает при этом за благородных каких-то и так далее. То есть все разрушает. Он высмеял вот эту всю дуальность рыцарских романов и создал вот как раз эту огромную пространную серую зону, вот это пространство смысловых снижений, и за счет этого породил реально тот европейский роман, который мы читаем до сих пор, когда что-то новое выходит. Дон Кихот, друзья, выпуск, ссылка в описании. И серость, это база. Серость должна тоже выделиться в отдельную, вот это вот серое поле, непонятно, неопределенное, должно выделиться в одну полноценную сторону, чтобы получилась вот эта триальность, о которой я говорю. И будет... Кстати, хорошее слово, триальность. Вот, я говорю, и будет охуительно. Вот что, мы, что нас ждет в метамодерне, понимаете? То есть в американской политике появится трихотомия вместо дихотомии. Будет, посмотри, будут демократы, да. Консерваторы и Канье Уэст, вот. Которые будут примерно бороться вот за одинаковые куски пирога, и до последнего будет непонятно, кто победит, и прикинь, победят либо вот эти вот инклюзивные, вот эти вот, вот ну, демократы, короче. Вот. Либо республиканцы. Ура! Ура! Да, круто, республиканцы. Либо вообще Канье Уэст, который такой, так, песнопение, концерты, стильная одежда, не надо обижать черных, вы не понимаете, о чем говорите, я в рехаб. Короче, реально, вот эта реальность миру сейчас очень сильно нужна. Наконец-то, блядь, пора это сместить, вот это заебись. Этот подкаст будет рупором метамодерна настоящего. Мы сформулировали это, я сформулировал это благодаря Лехе Никонову, ему отдельный привет. Огромный поклон, будет охуительно. Представьте себе, это реальный мир, реально ебаный в рот. Все делится, то есть, понимаете, у нас же все... Даже у нас здесь сейчас реальный мир, кстати. Вот, весь мир построен на дихотомиях. Причем дихотомии эти, кстати, блядь, я знаю, что у нас дохуя уже по хронометражу
расскажу, но вы послушайте. Эти дихотомии всегда пиздец разные. Как вам дихотомия колбаса-сыр? Вот, например. Майонез и кетчуп. Да-да-да, майонез и кетчуп. Почему это разные вещи? Колбаса... Кстати, горчица нормально сюда заезжает. Вот, понимаешь, уже интереснее становится. Становится реально. Вот, дихотомия волк-лиса. Белый черный хлеб. Да, схуяли вообще. Почему волк и лиса это разные вещи? Нет, ты любишь кошек или собак? Белый карлик и волк и кашказавр. Вот. А нужна реальность, понимаете? Да. Нужен еще... Ты будешь чай или кофе? Твою мать! А как же чага? Как гриб? Цикорий, чувак. Фристайл кринж или краш? Да. Ужасно! Слушай, кстати, надо отказываться от дуальности в пользу реальности. Вот, я об этом. Боже мой, это, кстати, это же жутко интересно. Ты будешь с сахаром или без? Да я буду заменителем, ты хочешь сказать, например. Или я буду, ну, с чем-то еще, там, не знаю. Ну, кстати, возможно, реальность реально, короче, и сейчас, блядь, я, возможно, обосновал гендерную теорию, которую я не люблю. Но, понимаете, нет, не может быть дохуя гендеров. Гендеров может быть, но только три. Почему три? Ну, потому что, понимаешь, сейчас не могут определиться, спрашивают, сколько здесь гендеров? Нахуя нам 5000 гендеров? Есть мужской, женский, классический. Нужно в качестве, ну, по закону триальности, нужно добавить третий, да? И вот все многообразие вписать просто в один. И это будет, сука, очень правильно, потому что люди консолидируются как раз вот по принципу этого того, чтобы не быть цисгендером. Они же все консолидируются в одно комьюнити. Так и дайте им комьюнити, которое они могут репрезентовать в обществе, но одно на всех. Знаешь, чем закончится? Они пересрутся, потому что трансы ненавидят геев, например. А геи ненавидят трансов. Не жестко. Очень рабочая система. И как только они найдут общий язык, как только они осознают свои отличия и поймут, что им нужно консолидироваться, они смогут представлять собственный фронт, понимаешь, настоящий. Ему смогут реально иметь мнение. Как еврейское лобби, да? Да, как еврейское лобби. Если бы евреи в Голливуде, смотри, выясняли очень долго, типа, а мышки Назу, а мы сефарды и так далее, не было бы никакого еврейского лобби. Еврейское лобби существует и успешно только потому, что евреи такие, так, все остальное это наши внутренние дела, для всего мира мы просто евреи. Знаешь, неважно, у нас там пейсы и шляпы, или мы просто, не знаю, или мы просто Стивен Спилберг, да, ну, который абсолютно такой цивильный, светский еврей. Это просто евреи. И не будем делить. Это очень интересная мысль. Знаешь, на что похоже? Крайне похоже на классификацию наркотиков. Я узнал ее от одного мудрого человека, и она восхитительно описывает весь мир наркотиков. Слушай, сколько в мире наркотиков? Можно их дофига описывать, классифицировать. Он мне говорит, наркотики из трех видов. Быстрые, медленные и странные. Вот. И это... любой из них можно отнести вот в одну из категорий. Реально. Так, короче, не, просто смотри, Гриш, вот ты смотри, но ты подумай, реально. Типа... Есть только три гендера, все, договорились. Да, нет, вот закрепили. Реально. Федя почему-то геев третий гендер определил, геи не будут в третьем гендере, да окей, что. Не суть. Давай в любом я случае не совсем выпьем. Об этом. Выпить, да. Я смотрю о том, что есть LGBTQIA+, да, и по факту это название не создает общность, это как раз разность, это много разных... течений, которые сформированы в одно, понимаешь? То есть НАТО вот называется, Североатлантический альянс, оно не называется турецко-американское, германо-французское. Нужна общность. То же самое. Вот представь, это будет просто, не знаю, гендерная альтернатива. Вот, я не знаю. Или там небинарность, но вся... Ну, то есть, как бы это должно быть широкое понятие, тогда оно будет иметь когнитивный вес. И я, на самом деле, за то, чтобы такое понятие было, и чтобы все люди, которые сейчас не могут себя репрезентовать, репрезентовали, но для этого им нужно совершить моральный подвиг. И как консервативное общество их принимает, так и они должны принять других людей с отличиями и объединиться в один фронт. Ну, это интересная идея, но мне кажется, стоит спросить небинарных людей, у нас есть такие в подписчиках, напишите, как вам, может быть, мы что-то не предусмотрели, наверняка не, мы судим за свои колокольни. Не, если вы хотите себя репрезентовать... Если не хотите, я точно не хотел вас обидеть, смотри, в этом я уверен, но он хотел предложить помощь. Я просто еще немножко раскрою. Если абсолютно без всяких приколов, мысль же интересная в том, что вас никто не заставляет и не предлагает, вообще заставляет, ну, странное слово в этом контексте, никто не предлагает отказаться от каких-то своих индивидуальных нюансов в пользу общности с чужими людьми. Совершенно нет. Вы сохраняете в себе все то, что делало вам 4925-м гендером, вот, вы это все в себе сохраняете, но понимаете, что социально репрезентовать себя имеет смысл больше как часть комьюнити вот этих вот всех небинарных персон. Почему это лучше? Это как вместо того, чтобы... вот для нас это легко, для представителей бинарной еще, то есть старой системы. Насколько проще поставить галочку напротив M, чем говорить...
Вообще, да. Вообще, ну, как бы я мужчина. Но считаю, но что плакать можно иногда. Плакать можно, а баню я не люблю. Я представляю сразу Пабло Родинского. Да. Я, значит, считаю, плакать нормас, баня, на шашлыки я не люблю ездить. Ну, в целом, я мужчина. И начинаешь это вписывать вот эту маленькую, в это маленькое пространство, где надо написать «м», ты просто начинаешь вот это все вписывать. Это делает вас менее, скажем так... Вам сложнее разъебать, а вы хотите разъебать. Я мотивационный спикер. Так нет, конечно, ну что, нужна заметность. Почему ты говоришь, что я не пытаюсь никого оскорбить? А естественно, я наоборот, блядь, это мой самый мощный ЛГБТКА-плюс манифест, который я вообще делал в жизни. Я никогда об этом не высказывался. Сейчас я предложил для людей готовое решение, отлично, которое поможет наконец-то репрезентовать их в обществе. Сука, скажите спасибо, даже если вы не согласны, потому что я борюсь и за вас в том числе. И на этой замечательной ноте мы переходим к фристайлу, друзья. Что такое фристайл? Это когда мы на ходу рифмуем. Вот вы, наверное, не знаете, что это. Думали, что мы, на нас напал на какой-то чупакабрикс. Судорога какая-то вербальная свела наше едало в начале выпуска. Но это был фристайл. Сейчас мы повторим. Можем повторить. Да, друзья. А, Федя, блин, приходи обязательно еще. Обязательно, друзья, подписывайтесь зовите, на подкаст. Зовите. На подкаст. А теперь диджей заводи это дерьмо, и мы канаемся, кто первый. Стамбульские сезоны. Спасибо, Федя. Да, души. Первые ножницы. Да. Суефа. 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 Эй, я первый. Да, вы играете. Эй. Суефа. Эй, чуть-чуть громче битный в наушниках. ЛГБТ плюс, я на плюсе. У меня просто все искусно. Искусственность всякую там изгнал, потому что я снова читал фристайл вместе с ребятами. Мы предлагали манифесты, мы зарабатывали мани, мы ездили на фесты. Мы ездили записывать разные сезоны в Стамбуле, просто мы как будто бы в какой-то трэп-зоне. Сразу попали, сразу залетали, сразу поставили несколько биточков, сразу позвали несколько штруделёчков, которые пришли к нам в гости, поделились своими инсайтами, мы говорили, давайте просим, они такие, давайте, в общем-то мы часть какого-то элитного общества, в общем-то мы можем, блять, фристайлить поздно уже, фристайлить рано, но фристайлить мы можем начинать с самого первого подкаста на экранах. Вы снова видите мастридеров, форсайта, букера вместе с ними, которые задвигают философские инсайты из древности, из современности, просто бренности, вы мысли всякие улетучились, мы коучи пиздатые, приебучие, я монах, который продал свой Феррари нахуй и прописал всем вербальную колобаху, потому что это философия, братка, потому что ЛГБТК плюс, и это просто ебашат, потому что просто будто бы фьюр Хрюша и Степаша, мы раздадим им сейчас вайба, Я могу делать прямо сейчас, я могу делать в этот рот контент, я превращаю в контент свою жизнь, она похожа на дерьмо, знаешь, это заебись, я в моем городе идет дождь 24/8, мы людей по пакетам выносим. Лучше к нам не приезжайте, тут трудно. Чувствую себя, как будто я Наруто, но бухаю и курю, блять. Жизнь тяжелая, у меня нету сандалий, как у Шиноби, только Мартинс и докторы, мне нужны доктора, брат. Меня в натуре залепило, блять. Синглтон разливается, чё, красавица, тебе не понравилось, но фактор 2 люблю, пиздец, У меня имеется отец, и он старый. Папа, привет, надеюсь, ты не смотришь, он больше предпочитает футбольчик и знает Федука, наверное, или Высоцкого, тоже про футбол он затирал, папе респект, маме тоже, я показываю класс, если кого-то тревожит, что я тут сказал, то мне похуй, я хочу быть искренним, кто не хочет меня искренним, сосите письки, блять. Альбом «Злачное место», подкаст «Вес рэпа» и букера хайлайты, twitch.tv/bookerfedia, если не лохи, то залетайте, если лохи, то тоже, мы вас перевоспитаем, у нас нормальная атмосфера, прекрасная, как в Китае. Социальный рейтинг могу нахуй забанить, могу прислать бабок, братан, в платном чате boosted.to/fedia/booker, точнее нижнее подчеркивание, братан, дай мне бабло за то, чтоб я мог красиво делать рок. Спасибо большое, Федор, спасибо большое, что придумал общий третий гендер. Спасибо огромное, как же заебала дуальность, вот это кепчук или мазик. Я хочу мазать на хлеб то, как бутер крутит казик. Зацени, бутер крутит казик. Это чтобы ты понял, ирония, брать.
братец. Да, этот человек может реально вытащить большую рыбу, но не такую большую, как... А, я не назвал эту баню, потому что не хочу, чтобы она зафоршмачилась тем, что туда будут приходить всякие ебаные неслухи, которые ничего не понимают, ничего не понимают. Даже вы не понимаете, почему круты фристайлы. А мы их любим делать, каждый раз их делаем. На терминальном чтиве это наша стильная тема. Да, как будто виски уже немножечко подействовал, как будто я уже немножечко замедлился. Я пытаюсь совладать со своей дикцией, но при этом понимаю, что не совладал с аддикцией. Пожалуйста, не надо вот этих вот ебаных бэков, потому что я сбиваюсь, а мне и так тяжело. Да, третий день работаем в Стамбуле, еще два прикола в натуре, два подкаста сегодня, а мы уже опоздали часа на полтора, ёпта. Да, начали позже, да, мы профессионалы, у нас это написано на роже, но меня тревожит то, что мы постоянно бухаем. Йоу, на самом деле мы ответственно употребляем, мы больше прикалываемся, мы вообще не пьяные, а то, что мы начинаем со временем хуже фристайлить, то это тоже специально, чтобы вы развлекались, да. Если мы будем фристайлить каждый раз одинаково, тогда вы подумаете, что уже утомились, ребята, уже делаю все как под копирку, скучно, лучше мы немножечко свою дикцию нарушим. Вот смотрите, что я могу сказать? Да, 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 я тоже знаю Федука, и я хочу сказать: Федук, ты зря бычил на ЦСКА. ЦСКА тебя ебало, лично тебя. Да, пусть даже много нормальных ребят болеет за команду Спартак, но ты вот нет, потому что ты с какими-то ребятами там пел песню про то, что ебать коней. Ну нахуй ты это делал? Я знаком с отцом твоей женщины. Я ему на тебя пожалуюсь. Тебя перестанут пускать в рестораны, блять. А ты наверняка любишь вкусно поесть. Давай, давай с нами затуси прямо здесь. Стэмбик меня бесил. Стэмбик сезон. Не очутился в СИЗО. Он понял, понял во всем. Он понял, что дихотомия проникла, ну прямо во все самое нутро. Но нам нужна трихотомия. Срочно, блин, нужна вазэктомия стилю. Это стиль, он отрезан, отрезан. И чесла этого стиля у тебя, Федук, ты пел круто так когда-то, но теперь хуйня, братан. Воу-воу-воу-воу. И звезды летят вниз давно. Он был моряком, который нахуй плыл далеко. После этого завалят меня шутера Федука, Феди, Оджи Будда, например. Но я говорю от души, послушай от Феди рэп. Выпускай фит с Мишей Джиглипуфом. Он давно куплет сделал, а ты, братуха, такой: ой, не, фита с Джигли не будет, братан. Но мы же все уже взрослые люди, ты должен сделать этот фит. Но есть справедливость, там поет Федук вот так. Чуть менее красиво, а может чуть более. Федук, выходи с нами на футбольное поле. У нас будет медиафутбольная лига Фабума. Там играю я, Гриша Мастридер, Саш Фарсайт, еще пара наших ребят. Можем любым жопу надрать. Мы не ходим со стволом, мы ходим с мячом, блять. Медиафутбол, мы футболисты нехуевые. Иди нахуй со своим футболом, если он не медиа. Мы делаем все это ради маркетинга. Мы не румяные, P-word хотел сказать, но не смог. Я как будто на Твиче дал зарок, что не буду говорить плохого. Я партнер сайта Twitch TV, но там можно говорить, что на моем хуе сидят все, кто будет с нами в футбол играть, блять. Твою мать, как хорош вратарь, как хорош нападающий защитник. В команде поддержки две горячих чики, с них можно сорвать чеки, но мы не покупали здесь их, они гранаты. Ну вы поняли, братья, медиафутбол Фабума ебашит. Букер, Мастридер и Сашенька Фарсайт, слушайте фристайл, воздух, чепчики бросайте.
Да, yeah. На самом деле на любом сайте, где нас выкладывают, мы всегда можем поднять немного бабок. Хотелось бы, чтобы было так, но это не так. Приди к нам, Федук, и это будет пустяк. Подогрей пацанов, мы скажем пару слов. На самом деле ты уже давно готов. Уважаем мы футбольный движ, да-да. Поэтому даже команда «Спартак» не хуйня. Но ты вот так вот не можешь про ЦСКА сказать. Приди сюда и объяснись, братан, и будет очень даже приятно. Федук, снова станет для нас. Я очень плохо делаю такую манеру пения, поэтому приди запишись в воскресенье. Терминальное чтиво выходит по понедельникам. Мы успеем сделать выпуск, да-да, братан. 5 звезд на iTunes этому выпуску. Лайки, где можно вот посмотреть. Вот такой лайк. Twitch.tv/BookerFedia. Подписывайтесь, респект. Терминальное чтиво, Фабума Гэнг, Александр Форсайт, Григорий Мастридер и я. Благодарю. Лайк, подписка. И впишите фристайл очень-очень-очень краш, фристайл очень-очень-очень кринж или фристайл очень-очень-очень другое. Третий вариант. Обнял, целую, пока-пока.